I am streaming right now. Так, сейчас секу. Еще раз, что ли, всем ссылку отправить? Бля, пиздец. Здорово. Да, мы уже в эфире. Онлайн. Currently онлайн. Сейчас. Что это значит? Так. Сейчас, секунду, я сейчас еще поменяю заставочку бодрую. Ладно, пока все равно это все собираемся. Всем привет. Я притаранил микрофон со студии, но не успел его по максимуму настроить, потому что это оказалось несколько сложнее, чем писать музыку, настраивать звук для стримов. Проще было писать вот альбомы. Блять, такая охуенная заставка будет. Вы просто сейчас не поверите глазам. Ща, я поставлю ее. Это просто бомба Лейла. Так. Ща. Ебать копать. Здорово, кабаны. Где донат? Чё, у нас не работает что-то? О, спасибо, Евгений. Значит, мне помогает Свят, а.к.а. Святослав, а.к.а. High Basic, и Евгений, а.к.а. Мистер Выдра. Вот, они будут следить за тем, чтобы негодяи не испортили нам стрим и это. То, на чё у меня не хватает реакции, они помогут мне. Это чуваки, у которых скорость реакции как у полубогов. Вместе они одно целое божество. Так, ща. Заставочка. На два чата. Два чата — это такие типа маленькие жители два ча. Два чата. Так. Да. Такая совместочка у нас. Оп, благодарю. А могу вспомнишь. Куда? В лобби? Заценили заставочку? Я просто когда увидел ее, такой, ё-моё, Пиклс тоже в шоке, вот, он здесь ходит. Офигенно, да? Пикочка, пожалуйста, я пытаюсь с людьми в интернете поиграть в игру, пообщаться, пожалуйста, давай ты не будешь. Он так скребет компьютер, он хочет Марту своровать, это Марта. Лягушечка. Она жабка. Все, пожалуйста, можешь сесть спокойно. Ладно, сейчас, секунду, я попробую его взять. Не хочешь? А чё орёшь то-то? Не хочешь. Да нет, мне просто надо встать, сейчас, секунду. Я сниму наушники. Иди сюда. Все, вот он, кабанеро. Но я пока никого не слышу, потому что мне надо было снять наушники, чтобы вот эту вот животину поймать. Что такое? Все? Ты не хочешь кричать больше? Ты испугался. Ты услышал голоса чужие. Слышите, как... Спасибо, бро, большое, помнишь, я обещал тебе кидать доант каждый стрим насчет Амагуса? Это я обои охуенные. Так, сейчас, секунду. Я не расслышал весь дон до конца.
Короче, сейчас я вот... Все, кто хотел поздороваться с пиклеткой, вот пиклетка. Только он испугался из-за того, что он услышал голоса чужие. Пиклетка, кто там? Ну не заводи его. Я сейчас в Дискорд. Я сейчас не в Дискорд, я в свой телеграм-канал. Смотрите, какой поросеночек. Маленький песик. Кого? Не надо, ты чё, он это будет орать. Я вам потом еще... Спасибо, на развитие я вам стримов. Потом еще его сеструху подтащу попозже. Опа. Все, back in his bitch, I'm back in his bitch. Так, сейчас, секундочку. Не знаю, здесь ли автор этой облоги, Семен, если ты здесь, огромное спасибо, это просто легендарная обложечка. Я в ахуе. Сейчас я ему это... Слишком громкие? Хорошего стрима и настроения. Спасибо. Киберпанк когда-нибудь будет. Спасибо. Я бы глянул. Спасибо большое. Можно будет и киберпанк. Сейчас я разберусь тогда с громкостью. Так. Пацаны, помогите, куда мне тыкать, чтобы громкость убавить? Это в Donation Alert заходить? Сейчас. Я еще супер нубстер, поэтому мне все подсказывают. Так. Сейчас я соображу. Оповещение. Блин, а реально, почему такие громкие они? А смотри, если я тыкаю вот вариацию по умолчанию, она у всех звук убавит? Вот я поставил наполовину тише. Давайте кто-нибудь сделайте микроскопический дон, и мы проверим. Я этого не говорил. А, ну да, я же сам могу тестовый сделать, точно. Сейчас. Давайте вот этот сделаем. Блять, нет, все равно. Сообщение. Сообщение. С твоих. Кого? А, кабанчики. Это, фидбэчу. Респектом взаимно. Спасибо. Сделай в OBS тише. У тебя и ВК громко. Бля. Так, сейчас будем тупить продолжать. А я же могу, получается, вот этот десктоп аудио, звук рабочего стола просто тише сделать, да? Так, сейчас еще раз проверка. Да ёб твою мать, почему орёт? Насколько надо убавлять? Сообщение. Нет, только сообщение, только громкость сообщения регулируется звуком рабочего стола, а сама громкость только в Donation Alert. Бля, это мне надо что, сейчас все протыкать и убавить, что ли? Сообщение. Сообщение. Женя, нет какого-то способа быстрее это сделать? Каждый надо убавить. Я пердоля. Ну вот сейчас проверим. Еще раз Фредди Фазбера. Стало тише, да? Нормальная громкость? Сообщение. Сообщение. Ай, блядь! Минус наушники просто, Амагус, блядь. Амагус, брат, у меня играет стеренка сейчас. Помнишь, я писал тебе насчет Амагуса, чел, который охуеть, тебе подарил? Блядь, просто меня казнили сейчас в ухо.
Сейчас, секунду. Жестко. Спасибо огромное, но это было жестко. Так. Спасибо, у меня лопнула перепонка. У меня тоже это пиздец. Блять. Ну я сижу вручную, убавляю сейчас все. Бля, я просто там столько приколов всяких заготовил. Я сидел, сохранял все эти звуки дурацкие, чтобы повеселиться. И вот теперь приходится все убавлять. Ну-ка, давай тестовые. Сообщение. Бля, капец, они громкие. А? Храп. Нет, просто типа храп мемный был. Чё, чё-то не так? Так, благодарю. Тын-ды-дын-ды-дын. А, я понял, скажи, в чем дело. Я же скачивал эти звуки с My Instance, и там они, наверное, супер громкие, чтобы это все ненавидели там в Discord или где-нибудь во время игры тебя за супер громкие врывы, за вот эти. Поэтому вот сейчас вот звук этого смеха. Он же был. Сколько? Дедушка разбирается с компьютером. Подождите немного. Да. Какой позер? Да пиздец, серьезный. Donation Alert учимся пользоваться. Убавлять громкость. Там просто... Здорово, Пимпериал. А, это... Короче, самый прикол, что я помнил, что там есть эта... Какая-то арабская или индийская музыка, которая просто казнила нас всех в ухо сейчас. И я такой, хоть бы она не успела прозвучать, пока я доползу до нее и убавлю громкость. Блядь, это ты... Кто-нибудь сделайте клип с этого момента. Так. Благодарствую. Забей на игру. Годы надо чекать. И так весело. На самом деле я якобы поддерживаю, потому что я сделал, сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18 вариаций звуков. Да. Вот какая музычка играет. Тохина покушать. Спасибо большое. Донат скример, реально. Так, сейчас. Это я что сейчас? У меня есть... А, вот это. Вот это я сейчас буду тестовое оповещение. Бомбо клад! Дагаля бати фати маю! Ауэди бомбо... Сообщение. Бомбо клад! Что, можно? Нет, не будет такого. Так. Вот еще есть вот такая тема. Зацените. Сообщение. Так, я почти убавил все. Сейчас. Ага. Так, тут надо прибавить наоборот. Почему? К сожалению, ночью в Восточной Сибири. Сейчас приятного стрима, а я опять таки, к сожалению. Это был спать. Еще один, который. Ты лучший. Повезло. Отдаю дань за творчество. Всем ку. Спасибо большое. Я вот чуть-чуть как раз я не успел долистать до этого момента.
Так. У меня это называется... Это широкий шахтер подписано. Он должен был быть следующий, я вот как раз целился в него и не успел убавить. Так. Сейчас. О, повезло, повезло. Надо тоже убавить. Все, остался последний звучок. Сейчас. Так, все, вроде сейчас нормально должно быть. А что у нас, КД-сообщение есть? А, так. Нормально, говорит, мой пятихат долетел, я испугался, спать желание ушло. Да, я сижу красный весь от того, что угораю, сидим. Я мы уши, да, я мы жопу. Да, Семён легенда. Alt плюс F4, все подчинится. Не буду я так делать, но спасибо. Так. Ну чё, in the Far Cry заходим, да? Доту точно не пойдем. Да. А тебя, Женя, сейчас тебя резко слышно стало громко. А, чё, вас обоих можешь прибавить? А подожди, если я вас прибавляю в DS, это есть смысл от этого? Ну чё, вот так слышно нормально? У меня просто был адски выкрученный звук на этих. На звуковухе. Так, сейчас секу, я проверю еще раз. Сейчас один момент. Сообщение. Так. Свят, можете делать ставки, кто первый геймплей Far Cry 5 со Святом. О, смотри, там сектанты поймали бедолагу, надо его спасти. Я целюсь со снайперкой, убиваю бедолагу, хочу подбежать, чтобы его развязать. В этот момент Свят стреляет в него из РПГ. Так. Ладно, давайте пробовать запускать Far Cry. Far Cry. Так, где у нас... Я пирдоле. Так. Да я не слышен. Так, подожди. Пацаны не слышат, пишут, что ДС. Привет, сладкий. Передай Светику, что мы с девочками все еще ждем его в баньке. Уже влажные, мокрые и готовые в стельку. Ёб твою мать. Что за ад? Сейчас, подожди. Что у меня Far Cry запустился, секунду. Тысяча извинений за эту тупёшку, бля, пиздец. У меня так мозг трещит от вот этого OBS, от всей этой синхронизации звуков. И, в принципе, коммутацию ненавижу. С микшерами и прочей хернёй, а здесь это просто так все тяжело для меня. Музон писать гораздо проще, чем настраивать звук вот здесь вот для стремов. Это вообще пиздец. Твоих кентов не слышно. Спасибо, я понял. Сейчас мы разберемся с тем, что моих кентов не слышно. Сейчас. Я пропускаю заставку AMD. Тан-тан-тан-тан-тан. Кенты, как сделать, чтобы вас было слышно всем? Так он и так? А, подожди.
Стоп, я вижу, что ты говоришь, и шкала не двигается. Так, чтобы вы понимали, просто я с 8 или с 9 часов вечера сидел, ковырялся, я хотел нормальный пресет сделать на микрофон, эффекты, но я не смог. У меня либо были эффекты и задержка, либо у меня не было эффектов, и вот что есть, то есть пока сейчас. И тут для меня тяжелый очень роутинг. Так. Значит ли это, что мне надо в настройках Дискорда что-то выбрать? У них. Output volume, да? Так. И что сейчас, пацаны, есть что-то? Стримы на постоянку собираешься делать или это разовый прикольчик? А, да я бы делал, да, на постоянку. Просто надо нормально это все выставить. У меня идей-то, в принципе, много есть, чем позаниматься. Вот. Звук с компа. Проверь, вообще идет ли звук с компа на стрим или замьючен он. Сейчас проверю. Так, подожди, а если я выберу дефолт? Нет, теперь вообще нихуя не слышно. Блять, только работало же все. А вы, получается, все это время вообще пацанов не слышали, да? Вы говорили? Или сейчас говорите, как из ведра? А смотри, прикол, я Женю-то слышу, а тебя, Свят, нет. Да, уже когда Женя говорит, есть индикация, что есть сигнал. А у тебя нет. Так, короче, я понял, вы слышите пацанов из моих наушников, да? Ага. Вот это прикол. Вот это прикол. Так, сейчас раз, два. Прошлый стрим как из каньона был, потому что я в веб-камеру говорил. Блядь. Так, Свят, тебя слышат люди, просто не слышат тебя из моего наушника, потому что он рядом с микрофоном. А у меня-то ты орешь вообще, будь здоров. О, теперь я себя слышу от тебя. Как в чулане у Дурсли. Нет, я когда убавлял в OBS, я вручную каждый звук, каждого уведомления убавлял. Вот у меня сотка звук, все есть. Блять. Проститутка. Да нельзя это говорить, извиняюсь, осуждаю. Хорошо. Так. Я не понимаю, как нам это сделать. Геншин, не, это точно вряд ли. Не, ну у меня есть вариант, как сделать так, чтобы вас было слышно. Я могу вам в Дискорд позвонить как бы с мобилы и поставить громкую связь, как мы обычно играем. На этом мои полномочия все, как бы. Ну в смысле, как я буду с вами общаться, и это будет выглядеть, как будто я со стеной разговариваю.
Я еще не проверял. Ну, посмотрите, захватывается. Кайф, когда убавлю здесь звучок. Микшер винды. Микшер винды — это самое калечное, что может быть вообще. Игру слышно, можно потише. Игру я сделал потише, вроде нормально было в конце. О май гад. Как же это сложно. Тут парень пишет, дискорд винде не скручен, микшер до 1%. Лад, бля, нихуя тебя не слышу. Чё? Спасибо за эти слова. Спасибо. Ну реально, я тут... Тут все, главное, пацаны очень громко говорят мне в наушники, но их вы не слышите. Чё ты же не говорил последнее? Да я вот только заходил. Сейчас. Секунда. Так. Сейчас. Сейчас иду. Так. Если нажать тебе на значок звука, то тоже сам стоит. Значок звука где? Внизу справа. Ага. Так, еще, и что, сейчас есть что-то? Раз, как нас слышно, не нас слышно. Потому что у тебя убавись, там стоит другой голос. Поставь такой же вывод. Так, сейчас только что поставил такой же вывод везде. Короче, я везде 1-2 ставлю. Так, раз. Всем привет, чат. То вы меня не слышали, наверное, да? Соскучились? Победили. Класс. Мы вернулись. А как, почему ты с дилеем говоришь, ты приколяствуй? Я? Да. Я вроде дилей выключил. У тебя дилей, лей. Да. Чё вы, чат, как у вас дела? Рассказывайте, наконец-то мы появились. Так, выключи дилей, ё-моё. А чё, я у вас дилеем говорю? Да ты как Иосиф Сид говоришь. Я в Дискорде так говорю? Да я не слышу нормально всё. Тач. В чём прикол тогда? Так, сейчас слышно меня? Ты слышишь? Просто стрим прекрати, вот. Дискорд. Всё просто. Пацаны, меня слышно? Слышно. Антон, просто. Дискорд. А, все, я понял. Все, сейчас должно быть нормально, да? У тебя свой собственный Иосиф спит. У тебя дилей. Ты все равно дилей, да что за херня? Я все равно по дилеям как дилеем. Я понял, в чем дело. У вас я тоже с дилеем, что ли, или что? Вот, давай говори. Все, наконец-то. Раз, два, три, четыре. Все, это мой внутренний мониторинг был. Итак, все, всех слышно? Меня слышно? Все видно, да? Звук нормальный. Ну все, погнали людям, давай, геймплей. Всего лишь полчаса это заняло, как бы. Сейчас я дам всем ссылочку еще раз в интернетах. Давай. Что мы начали тут движуху делать. Я тебе говорил, что такое безумие. Безумие — это повторение одного того же действия в надежде, что что-то изменится. Ну, так и... Свято потише. Блять. Господи. Давай, Свят, ты, может, сам себя у себя убавишь. Давай, вот так сделаю. Сейчас должно быть нормально.
Сейчас. А. Теперь сейчас я соображу только ссылочкой. И все. Всем привет, я Цвета. Так, я могу с приложения... Короче, как? Мне нужно, чтобы... С телефона, да, ты можешь. Чтобы просто мне скопировать. Поделиться этой трансляцией, мне надо... Почему 5, а не 6? Давай я про ссылку еще раз кину тебе твою. А чего? Почему 5, а не 6? А, Far Cry? Ну, потому что весело, реднеки, сектанты. Осуждаю. Что, реднеки тоже нельзя? Здорово, братишка, рад видеть тебя. Осуждаем. Осуждаем. Бля, жестко. Ну, это игра такая, я-то... Я ни при чем. А, ты мне скинул, да? Оф. Да, вот это продублируй и все. Ты в тележку, да, прислал? Да. А, я думал, надо еще конкретно прям на происходящее. Не-не-не, вот так вот. Сам прям просто кидаю ее всем везде. Был на твоем концерте в 2019 году, понял, что мы с тобой очень похожи только после совместной... Когда Свят посмотрел на мегачи-сказки, да. Ага. Понял. А сколько сейчас онлайн у меня? Понял, так. Теперь 47, неплохо идем, снов. Кстати, неплохо всем держимся. Всем добра, чатик и стример с друзьями. Спасибо. Свят, у тебя, ты, короче, у тебя тайминг идеальный, ты говоришь всегда в момент проигрывания сообщения. Сейчас. Так. Да, рекорд пока не побили. Ладно, сейчас я распихиваю везде ссылочку эту. Свято много не бывает. Свято много не бывает. Большого свято должно быть много. Big sweat. Big sweat. Так, сейчас я в этот в день. Все. Finally. Можем начинать движение. Да? Все, поехали. Сейчас я тут лишнее закрою всякое. Так. А, подожди, нам надо через юбик подключиться друг к другу или нет? Ну, просто кинешь приглосы все во время игры. Создай сессию и раскидай приглосы. Так. Сейчас я тогда запущу. Игрунди. Считаем баги. Да у нас вообще не было, мы сколько катали, сколько, 3 дня. Вроде не было ничего. В стиме? Так, сейчас я... У меня игра не в стиме. У меня игра в этом, в юбиках. Микро, просто погромче сделать. Да, я вижу. Так пойдет? Так. Оки-доки. Привет, Тох. Свят, привет тебе, привет тебе. Все, кидай пригласик. Опа, все, геймплей начался. Сейчас я в Ubisoft Connect захожу. Можете мои гаммисы на рабочем столе посмотреть. Так, Shift F2. Бля, и у нас тоже пиздец такой здесь с Антохой был. Угарный. Ладно, кто считал баги, начинаем, считаем, Ubisoft Connect не включается. А вот он, все. Ну ладно, включается, но не разворачивается. У тебя божественный бизнес-план, кабан. Да ты что, прикалываешься? Первый баг сюда. Как же это все непросто. Ой, блядь, чуть не упал со стула. Ребята, это пиздец. Я в ахуе. Кабан, выходи быстрее. Тебя очень гораздо тише, чем нас слышно. Меня? Да. Здорово, здорово. Ну, я продолжаю наваливать, как бы гейн у себя на микрофоне.
Все. Ubisoft Connect происходит. Убавь нас. Наконец-то. Мои дела шикарно. Вообще прекрасные дела, кстати, у меня. Так. Как у вас дела у всех? Свят. Херасе, 211 человек, он тохи. Пацаны, пожалуйста, только не расходитесь, я сейчас смогу. Все будет нормально. Сейчас чуть-чуть оставлю. Чуть-чуть потерпите, просто все это плохо работает очень. К его творчеству отношусь очень хорошо. Мне придется в Far Cry перезайти. Вот Юбик нас троллирует жестко. Короче, пацаны, в следующий раз заходим во всю шнягу за 40 минут просто до того, как с Балдургейтсом будет все как надо. Лёх, ты лучше зайди со своего аккаунта. Балдургейтс, чё? На модер нужен. Это Лёша спросил? Да. Ну, я уже все поставил, в принципе-то. Я готов на низком старте, как говорится. У меня это купить осталось, и все. Хорошего стрима. Спасибо. Благодарю. Я ее куплю, и можно будет катнуть. Кто такой Свят? Свят — это нейросеть Антохина. Я как Джарвис. Ставропольская нейросеть. Я очень крутая нейросеть. Я выискиваю везде мемы по всему интернету и Антону засылаю их. Так, что, появилась опция? Invite to game, аллилуйя. А Женю как мы пригласим? А уже кого-то есть? В Ubisoft? Да. No. В Ubisoft нет. Жак, я сейчас тебя сфоткаю. Найди Антоху. Свят, это букер, который смог. Сука. Жека неразговорчивый, потому что ну вот сейчас к нему в руки попадет автомат, и он начнет быть разговорчивым. Сразу разговор пойдет в нужное русло. Да. Он исключительно на языке силы разговаривает. 5 будет. Так, сейчас. Женек, видишь? Я в тележку скинул тебе. В тележку скинул. О, вижу. Вот так в юбике найди. Даже батя зарофлил, когда увидел букера в шорцах. Блять. Там сейчас букер где-то сидит и кает жестко. Кинул реквест. Little Company надо играть с очень хорошим лимитером на микрофоне. Чтобы когда кто-то орет, минус уши не было ни у кого. К нему я великолепно отношусь. Добрый вечер. Шикарный парень. Ватлинг к стрельбе. Сейчас начну. Ты уже... Yes, sir. Так, что у вас там, как идет? Отлично. А подожди, я пригласил тебя, а ты можешь Женю пригласить. А у меня Жень, конечно, нет друзья. Че, Женя у тебя? Все. Ладно, я пока вот есть премиум-контент. Можно побрить волосы в носу, пока посидеть. Так, Женёк. АСМР. Пригласить игрока. Все, я кинул тебя пригла, Женёк. Пришел? Знать бы, где он. Shift F2. Любимый трек Lil Durk'а с Young Thug'ом. То пари или просто пари он называется. Старый трючок. Да. Я скуф рэпер. Так выглядят скуфы рэперы сейчас. Господи. Сколько было футболок всего? Ну, я не скажу ответ на этот вопрос. 350? Да. 350. Да прибавил я микрофон, прибавил, блядь. Не слышно, не слышно.
Мне кажется, это уже троллинг. Так, Антох, ты можешь Жеку пригласить? Доброй ты ночи. Ж главный в лобби. Хорошего стрима. Антон, точка, как настрой сегодня? До сколько я просто сижу, у меня нет кнопки стрим. Пригласить. Спасибо, все ништяк. Дайте я послушаю. Донаты. Антоныч, пиздатого стрима. Вы запустились именно в тот момент, давай. Когда я увлекся давай, дипломом. Это совпадение. КРЧ, сумма, я сижу. Выдра на многое способен. Тебе бы черные полоски рамки убрать и братьев тише сделать. Обнял. Спасибо большое. Классно. Черные полоски, что есть черные полоски? Мне сказали, мне бы убрать черные полоски. По бокам то, что. А, ну это обложки. Разберемся. Это в следующий раз будет пофиксено уже. С пацанами фишка в чем? Вот микрофон, он очень направленный. Сюда, вот как бы. Если я буду вот так все время говорить, будет ок, но так будет невозможно играть, и так меня почти из-за поп-фильтра не видно. Поэтому пока не получилось нормально настроить звучок и разместить микрофон более удобным способом, есть зато вот такая штука. Пока что придется потерпеть один разок, но мы сейчас все равно начнем играть, я думаю, мы разоремся, так что всех будет нормально слышно. А что у вас там с подключением, ребята? Пригласи Женька, то я не могу, ты же главный в лобби. А, так, мне его логин. Да, вот там пригласить игрока. Тебе реквест кинул. Да. Request me. Shift F2. И сверху будет... Я вижу, request new. Окей. Я настроечно был для полоски. Срочно. Сомнительно, но окей. Friends. Invite to game. Все, я всех пригласил. Все, на месте теперь. Погнали. Ага. Какой челлендж вам выполнить? Подожди, я не понял. Да, тут у людей спрашивают. Тоха, как вы... Тоха, Свят, как вы познакомились? Сори, если вопрос задавали уже. Так Антоха написал мне, аж нейросеть. Смотри, знаешь, что мне Свят пишет? Слишком большая группа для данного режима. Необходимо удалить часть игроков в меню группы. Мне кажется, нам мне надо в режим аркада зайти. Да, да, в аркад тогда давай. Аркейд. Я с аркейда кинь приглас. А это что, что-то другое? Да, да, да. Мне нужно и выбрать другое. Открытое сетевое... А, лобби сетевой игры, да? Да, да, да. Alright. Создать закрытое лобби. Введите пароль. Давай. Пароль, короче, 6 единиц, только никому не говорить. Пацаны, это секрет. Это секрет, короче, среди вас между должен нами. Остаться. Чисто между... Подожди, так... А, я просто ни разу в аркадный режим не заходил. Злые вы мог бы ответить. Да напиши еще раз, я просто тут на два чата ебашу. Так, я слушаю донат, тихо всем. Гость речен когда? Готя фуарь. Моун, там персант Блади? Когда-нибудь, я думаю, можно будет. Пригласите меня к себе, пацаны. Сейчас, я в это... У меня такое на экране, что... Раз есть такая возможность, я ей воспользуюсь. Я недавно осознал, всё, насколько принял. Велики твои скиллы в музле. Я пытаюсь ровняться на тебя, но у меня даже близко такой уровень. Спасибо тебе за твое творчество. Спасибо большое. Приятненько. Все, и Женька. И все. А теперь что, режим игры, сетевые. А, подожди, мы можем друг против друга херачиться, что ли? Еще? Можем против друг друга, можем волны стоять, выдерживать жесткие. Я думаю, это смертельная схватка, да? Да, да, да. Опубликованный мной. Сейчас, секунду. Начать игру. Нет урона от падения. Матч скоро начнется. Пацаны. Сейчас контент поедет жесткий. Экран врубен тут. Да-да-да, я в процессе. А, я загружаю карту сейчас. Все. Ну, пока загрузка идет. Крипсвилль. Ожидание других игроков. Я буду Pumpkin King. Смертельная. Я как всегда буду. А, подожди, это ПВП, я в огонь наступил. А, против друг друга будем? Да, я в этом, в каком-то бомжатнике, короче, риснулся, я просто... Я тоже. Подожди, сейчас я немножко это, сенсу поправлю.
Сейчас. Нихуя мне Жека в ебучку засадил. А как мне выйти, блять, отсюда? Самбари, я понял. Ай, блять. Ай-яй-яй. Все, я надеваю второй наушник, начинается жесткая заруба. Я понял, он кемпер проклятый. Ясно. Ща. Блять. Нормас. Я, блядь, даже его не увидел. Я вас понял, Женек. Окей. Договорились. Сука. У меня что-то разрешение очень странное еще. Да, пока сейчас против друг друга. Да. Что-то я пока сосу пенис. Питай 5 РП. Ай-яй-яй. А вот ты где. На, в кабинет. Ай-яй-яй. Блять. Да лагает, лагает, input lag, пацаны, лагает, интернет троит. У меня АИМ. Кадры падают. АИМ. Ком слабый. Пацанов АИМ вообще стоит, да. Мне надо слабый. Привыкнуть к аппарату, я что-то вообще... О, здорово, здорово, здорово. Не алло. Так. Чё, все лаги за... зло. Все затаились, да? Все кемперят друг друга. Я, честно говоря, еще забыл... Мне похуй, я смелость. Органы управления я забыл все. Антон, тебе привет. Привет, привет. Там где-то лютуют. Меня уже дали в рот. С калаша. Понюхай так чисто. Ай-яй-яй-яй, ты чё? Нет, я не умру. Я не умру в туалете. Это нормальный размен был. Вы разменялись? Да. Да у них читы, да, пацаны. У меня input lag, плюс читы, плюс лагает, плюс не везет сегодня. Провайдер обманывает меня, подъебывает чутка. Гов КС. Да не, какой КС? КС это для детей. Мы взрослые и серьезные люди. Но я вообще хотел убивать сектантов. Оп. Солнце, да, очень сильно мешает, лагает. Да как так-то, блядь? У тебя скин на калаше есть, ты быстрее меня стреляешь. У меня драгонлор. Ясно, драгонлор задонатил. Ясно, донатер. Да, надо пойти за утюгом сходить, чтобы флага не было. Хорош, хорош. Ой, очередные баги. АВПшник. Зашел просто с гранатометом в меня. Еще и зарубил. Косяк дронов улетел в тебя. Просто... Свят Билайк не регает. Первый разминочный тайминг ебучий. Так и есть, блядь. Не везет, не фартит вообще. Пацаны, лагает. Инди-компания маленькая игру сделала. Просто никаком плохой не оптимизировано. АА-проект. Ай-яй-яй. Кабинет, кабинет еще. Да, блядь, мне уже, да, мне уже Женек сзади в кабинет зашел меня слегка. Нет, я убил тебя, а Женя убил меня. Да? Да. Я вас обоих убил. Да он... А, да? Мне что, еще и килл не засчитали? Да. Второе место, да ты че? Спасибо тебе, Свят. Как вы так стреляете? Вы почти проиграли. Вы почти проиграли, я уже понял, блядь. Да ёп. Да он сидит со снайперкой. Пулемет. Ты с пулеметом сидишь? Ага. Поражение, критическое унижение хайбэсика произошло в прямом эфире, блять. О, нормальная у тебя стата. 0, блять. 4-5 дней. Пойдете ботов месить лучше, пацаны? Пойдем, я просто, я думал, я режим тот и включил как раз. Меня просто лагает, вы какие-то быстрые. Оцените эту карту, не нравится. Не оценивать, да.
Антон Бамбубизин, Майфлоу Пулемет. Терпим, терпим, пацаны. Да, можете с чатом поговорить. Да, спасибо. За то, что покормили лавой кошечку. Ням-ням-ням. Командная смертельная схватка, видимо, да? Да. Ну, все. Подожди, а как? А вот. Ведущий выбирает карту. Там человек за Ghost Recon спросил. Да-да-да, я передал Антохе Ghost Recon. Так. Эмиль, все хорошо, Ghost Recon передан. Уничтожьте, да уничтожьте команду противника, это же будет все равно не то, что нам надо. Да что запустилось? И пока еще ничего. Я вот думаю, что нам надо, одиночную совместную игру выбрать или как? Одиночная совместная, это вот сюжетку. Открытый сетевой режим, открытая сетевая игра. Герой, игра на предложенной карте. А герой это что? Не реагирует и клавиатура. Да клавиатура, да, лагает, мышка плохая. Я не размялся просто. Почему нельзя было назвать режимы как-нибудь попроще, чтобы такие нубы, как я, понимали, что мы сейчас будем делать? Понятно. Мы ищем игру какую-то. Это отмена, нам еще нужно двое. Трое, точнее. Свят, ты можешь загуглить, что мне тыкнуть? Чтобы зайти в нужный. Сейчас, режим. Да, давай. Я вообще удивлен, я думал, что можно в совместную игру играть спокойно вместе. Вот я тоже так думаю. Ну, можно вдвоем, но... Ой, не, Эмиль, под души, но у меня аж ком слабо, он не потянет. Быстрая карта с высоким, что-то там. Что это значит? Что такое открытый стрим? Чего идет? Пацаны, что такое открытый стрим? Я не знаю, хер узнает. Пацаны не знают, что такое открытый стрим. Да, здесь, короче, только против друг друга гасится. Серьезно? Да, ну погнали, чё. Хорошо. Только карту чуть, чуть посветлее карту, то я слепой. Я не против. Закрытая лобби. Что? Я тут. Короче, на стрим можно только по ссылке заходить, а надо сделать, чтобы можно было кому угодно заходить. На Твиче нет такой настройки, тут везде Женя все говорит, открыто. На Твиче нет такой настройки, все открыто. Да, здесь нет закрытых трансляций. А, смертельная схватка. Так. Тут можно только по названию карты искать. Ну пофигу, давай какую-нибудь. Давай популярную. Да ёп. А, прикольно. Все, короче. Начать играть. Погнали. Ща, пацаны, я точно, ща я отыграюсь, пацаны. Ща будет отыгровочка полная. Сейчас я в киберспортивный режим пересаживаюсь. Давай. Ох, блядь. Стул ему. Стул нахуй. Все, пацаны, я перешел в киберспортивную стойку. Откуда ты это взяла? Женя, люди пишут, что не могут они зайти, кроме не по ссылке. Да, блядь, троллинг какой-то, хуй знает, нет такого ничего. Просто да, потому что ссылка просто на мой Twitch канал. Типа, это и есть мой канал, я поэтому не понимаю, как может кто-то не зайти. Кто Свято, ставка терпим. Терпим ставочку, да. Ладно, сейчас, давай. Пацаны, все, блядь, полетим сейчас. Тоха, запускай. Я запустил. Все хуйня? Норм с стримом. Тоха, вы слушай, уже играете? Ты тихий, и у тебя, походу, выставлен ну, типа. Микрофон с вебки. А я не захожу. Нет, у меня точно не микрофон с вебки. Да я уже терплю, конкретно терплю. Я никого пока не нашел.
Где Свет? О, покинул игру. А почему он покинул игру? У меня комп залагал. Блядь. Я могу. Сейчас вы пока бегайте. Пацаны, комп, пацаны, лагает игра, комп троит жестко. Сейчас мне надо разрешение поменять. Ой, Егор, привет, брат. Сейчас, Женя, если найдешь меня, не убивай, пожалуйста. Я хочу разрешение. Так, нет, разрешение нормальное. Я свой терпит, блядь, конкретно. Она внизу в описании висит. Так, а где мне обзор? Угол обзора поменять. Фов? Да, только я не... Он где лежит, в интерфейсе? Да. Свой стесняется. Свой стесняется жестко. Короче, ладно, привыкну к этому шляпному. Давай расходимся теперь. Все, теперь мы воюем. Сейчас я к пацанам зайду назад. Я дал тебе отхилиться. Ты не стал. Просто игра встала и вылетела. А надо придумать, где встречаться, потому что карта довольно большая. Карта пиздец огромная. Что я до этой сарайки еще бежал столько времени. Пацаны, есть вообще охуенная тема. Примерно то же самое, чем мы сейчас будем заниматься. Игра называется «Банана Шутер». Она весит... Ничего не весит. Ah, shit. Но... Here we go again. Можем в это сейчас пойти. Это вообще рафлан жесткий будет. Давай попробуем Far Cry побаловаться. Значит. Мы просто с Блантером там на часов на 6 засели. У нас здесь это, не разжимая булок, идет битва. Свет, ты где? Да я захожу, у меня с Far Cry вылетел полностью. Свят, камера, мотор. А мы что-то хотели поиграть в сюжетку. Короче, да, мне нужно ждать, когда вы закончите, я только тогда смогу подключиться. Да можно карту сменить с этой хуйни. Да, сейчас карту поменяете. Это здоровая жесть просто. Давай и этот. Как мне это сделать? Чат, рассказывайте, что вы вообще делали сегодня, как у вас дела? А, проще бибизян тогда. Жека, давай пожестче, давай на пистолетах. Ох, ёпта. Да, это та ссылка. Ну ты просто ссылку скопируй, которая там стоит. К вашу, ко всем чатам абсолютно. А ты слышишь крик, то ли ястреб, то ли... Опа! Рамиль, yeah. Спасибо. Спасибо тебе большое, солнышко. Спасибо за донатик. Блять, как так? А, ты в кабину мне еще и попал. Опять экспертиза. Ты уже в этой экспертизе, Гош, как у себя дома. Потом документы на соцконтракт. Неплохо. Я сегодня полдня стеллаж собирал, металлический, жесть. Спасибо большое. Альбом пишется, мужик. Не волнуйся, блять, музыка будет. Бля, беспонтовый пистолет, капец у него. Что такое? Ты видел, что я просто стоял на месте? А, или ты мне типа добивание сделал, или что? Не трус залагал. Офигенно. Ну, короче, вы свидетели, что я не виноват. Короче, плохая идея с пистолетами, мне не понравилось вообще. Поразвеюсь, как всегда, на Ставрике. Со мной можно поиграть. Да, во много, что мой комп тянет. Тради воли, допустим. Если будете не сильно большой дом ставить, не сильно глубоко копать, то со Святым еще в Майнкрафт можно. Кстати, да.
Да, можем Майнкрафт сделать, пацаны. Просто если дом сильно большой дом, ему потом ДДР-ку новую покупать приходится каждый раз после игры. Да. Свят по голосу, как пиздец какой душевный мужик. Да, я вообще... Так и есть. Он воистину. Мне говорят бросать рэп и этот, на подкасты идти. Я уже говорю, уже один букер есть в подкастах. Я там буду личным. Фух, мне удалось завалить гроссмейстера. Ты на Жеку? Да-да. У меня еще звуки игры тихие, капец, я ни шаги, ничего не слышу. Да, я рэпер. Тут видимость-то такая себе. Кстати, у меня на затылке была набрита выдра. Так, судя по выстрелу, кто-то взял гадкую снайперку, да? Нет. Батя хотел, чтобы дети были ФСБшники, а в итоге один рэпер, другой басист. Говнятина. Их разочарование семьи. Вот говнятина. Так. Ладно, Survivor. Стрим Антона у вас. У Антона стрим Антона, у меня мой. Да, у него свой. А что ты стримишь, Свят, кроме игрулик? Или FL-ку. У тебя just chatting? FL-ку. В FL-очке сижу, там биты пишем. Фруктовые петли? Ну да. Зацикленные шарики. Уф. На самом деле, очень большой стресс с Жекой воевать. Да Жека страшная. Ого. Тон одного зрителя провел, к тебе ушел. Спасибо, Рамиль. Ворую онлайн, чисто так. Ничья. Так вот, вот так вот. Нихуя вы в ничью сыграли. Мне главное было написано первое место, я думал первое место. Так, кидайте мне приглас. Через юбик, да? Жека серьезный тип, да. Через Shift F2. Ой, нет, это слишком сложно. Не, через Steam. Все, мне Жека кинул. И ты кинул, все, вижу. Так. Кстати, ты там писал, что за профул с выдрой. Так вот он сидит, смотрит. Женек у меня на стриме вообще сидит. Вон вместе со мной стримит. Его вебочка включена противоположная. Вебочка? Ну да, у меня Жека с вебкой сидит. Смертельная схватка. Земли смельчаков. Да, уже час идет, и мы видели, как Свят прыгает из-за пацанов с читами. Ну, так и есть. О, какой адский. Почему такой адский выбор оружия здесь? А, я понял. Смертельная схватка. Что такое? Почему дамаг не наносится? А, мы против Жеки, походу, играем. Да. Так и есть. Но мы вдвоем против Жеки вытянем, слушай. Давай, я чисто на пистолете буду. Я просто сижу в Антохе в спиду, там засаживаю с патрон. Я еще думаю, как ты так появился нечестно сзади меня. Как колесо оружия открылось здесь? А, на Q. Вот здесь пистолет, либо это МПшка. Блин, сюда бы народу, а ни у кого Far Cry нет? Кстати, у кого Far Cry 5 есть? Просто эта карта прямо на... Блять, сзади Свят! Во мне хеллоу мазафаку сделал. Я тоже. Все просто. Так. Да, в этот, в сюжетку можно только с ботами играть. Фу, в этот. Спокойной ночи, спасибо. О, давай, сейчас ко мне придет один человек. Сейчас мой зайдет. Чё, и пойдет. 2 на 2 будем? Да. Жестко. Давай, заходи в юбик. Никнейм сейчас я тебе продиктую. Я жестко штурмую окоп.
Класс. Мы жестко штурманули пустой окоп. СВ сделали недантов на железо. Будем на железо собирать. Жека себя тут чувствует, как выдра в воде, как говорится. Опа, опа, блядь. Ты где? Блядь. Ага, он с ячейки стреляет. Тупой еще тупее, блин. Какой у меня сетап PC, у меня доисторический. Купленный в 2018 году. Да, я не понял, почему моя говнятина не наносила урона вообще? Кстати, ты помнишь, ты ныл про то, что у Мани нет молотора? Ты добавил его? Вот, мой никнейм, чекай. Я выйду отсюда, пожалуй. Что-то мне тяжко, я не могу. Я кое-как играю, Рамиль, кое-как. У меня 1060 и 8 гигов оперативности. Жека, а с чем ты бегаешь? Она работает хорошо. Сейчас с калашом. С калашом. Где ты его нашел? Да. Тут в ящиках лежит. Прикольно. А, вот он что. А, все увидел. Я думаю, что он так уничтожает жестко. Я нашел тушенку. Я пока Джеки по этим по туннелям гоняю. Да и просто тоже. У меня комп просто сам по себе говно. Все нормально. Зато студийное железо заебатое. Ох ты ж, блядь. Я на самом деле просто не долистывал до туда колесо, я не знал, что у меня базука есть. Со стима нельзя, только с юбика можно. Никнейм вот можешь посмотреть. Слушай, я по крайней мере себя униженным не чувствую сейчас. Не знаю, я все еще чувствую. Вы все еще 5-2, напоминаю. Да, как бы. Я по крайней мере, я просто от Джеки, по крайней мере, я спасаюсь бегством чуть по чуть. Как? От Джеки просто убегаю. Я просто вижу никнейм Джеки, когда он стреляет, и просто в другую сторону убегаю. А ты в юбике покупать не надо, просто активируй игру в юбике. Ноль урона. Блять. Не-не-не, ты меня гасишь, я просто хилку прожимал. Ты убил Жеку? Да, кое-как. Но он меня с огнеметом гасил. Я стоялся этого. Огонь сбивал. Как только успел, сразу выстрелил. Они говорят заранее. Просто зайди в юбик, активизируйся в юбике. Напоминает Хопку. Мне бы только повод. И я выебу вас. Да, слушаю. Нагите меня прибивать, мне не вариант. Тихо. Ребят, благодарят Бизы. Андрюха, спасибо за ламповые стримы и твое замечательное подошел. Творчество, которое спасает уши и душу каждый день. Точка, поставь стрим на запись для работяг и для меня, а то скоро спать. Благи какие-то кубики из этого, из лего играют вовсю. Хорошо, спасибо большое, я сохраню. Привет, стрим. Удачного стрима. Не думал открыть комменты, слеж сделать. Там есть огнемет. Да, я есть. Я собака. Откуда, блин? Собака, я собака. Охуеть. Открыть комменты, я что-то... У меня золотая понять. Карбоновая винтовка. Пацаны, потому что очень громко говорят, и я немножко не понял, о чем речь. Где Женя, ё-моё, я уже всю карту сбегал. А, во, вижу. Всё, блядь, там базука не лучше... сзади. Блядь. Какой твой любимый зарубежный исполнитель? Джей Дила. А мой Хай Бейсик. Сап. Поверслайд люблю. Мощное скольжение люблю. По центру едешь, когда там сабвуфер играет, да? Да. Прыгун! Танцуйся. Да ёп, ну увидели, ну чё это такое? Жека, ты играл раньше в Far Cry 5? Не. Не ври. Джека, кажется, просто знает, что второй мой запуск. Ладно, задам вопрос по-другому. А на что эта игра похожа из того, в чем ты провел 7000 часов, судя по тому, как ты воюешь? Вообще ни на что. У меня 7000 часов максимум Майнкрафт. Ну слушай, он слух как минимум с Майнкрафт сможет нас потрахать слегка. Ну ты опасный майнкрафтер, я хочу тебе сказать. А есть какая-то игра, которую недолго качать, и она... Говорю, банана-шутер. У нас будет больше шансов там. Банана-шутер. Ой, я вижу, он бежит.
Она бесплатная в Стиме лежит, можешь туда пойти потом. А, вот здесь на С, оказывается, подкат. Блядь, Джека просто прыгает от меня. Блядь. Да, он реально. А вот я допрыгался. Кузнечик. У меня патронов ноль было. Так мы играем вдвоём. Кстати, Рамиль, можно с тобой сходить в КС-очку как-нибудь побегать? Нет, почему-то... Нет, мы в аркаду... А, в аркаде можно сюжет проходить? А как? Как? Ни разу не слышал. Да ёб, ну что это такое? Как ты это делаешь? 20 пи качество. Блять, я хотел с КВК. Да в ГО можно пойти, я же в ГО играю, блять. Давай, я сейчас попробую найти. Я понял, я в аркаде нахожусь. Слав, у тебя там чё? Слав, ты тут, отпишись. Не от меня, пожалуйста. Да, у меня жёсткий стрим. А сюжет? Стрим по унижению. Сюжет только на двоих. Меня, это жестко. Нет, мне не понравилось, меня унизили. Да у нас тут у обоих стримы по унижению, у нас просто терпение идет конкретное. А ты можешь узнать, что это, как этот режим называется? Чтобы... Ну, можешь с тобой как-нибудь поиграть. Так, я же хочу отовсюду выйти. Аркада. Захожу в аркаду. Открыть аркаду. Мой стрим как найти? По никнейму моему. Что делаешь? Просто. Так я тебя спросил. Ты не можешь найти, как называется этот режим? Это понятно, я перешел. Шахматы хорош. Да, я в шахматы больше не пойду. Мне Леха с пяти ходов мат поставил. Фотографую Шлимака. Герой. Понятно. Опа, привет. Они говорят, что все слишком большое, типа, слишком большое лобби. Спасибо за подписочку. Настрое. А лобби можно делать из шестерых, я не понимаю, просто в чем прикол. Симулятор пограничника, к сожалению, нельзя играть толпой. Погнали туда банана-шутер, он качается быстро. Он бесплатный, да? Да, бесплатный. Окей. Хочу выйти. Спасибо большое. Все. Спасибо большое. Банана-шутер. А да все, мы уже это... Ну там Женя унижает, поэтому там... Даже если мы поймем, как играть. Женя везде будет унижать. Ну вот, может, в банана-шутере, может быть, нет. Да, да, в банана-шутере я дам фору Жеке. Что? Нет, это блунс. Это шарики. Какую? Little Company? Ну, хочешь, можешь написать. Там, где-нибудь у Антона засветись. БГ. В какой-нибудь паблике. Baldur's Gate. Можешь ему... Напиши, короче, у Антона вот его паблике. Где-нибудь там, напиши мой свят, я тут, я тебе в личку напишу, я тебе скину всякие прикольные паки. Я на 5 минут отойду, пока качается. Давай. Так. Погнали банана-шутер, Луслав. Я пока создам карту. Я гуглю банана-шутер. Так, ну это достаточно подпольно, мне кажется, у меня есть шанс в этом победить. Тут, Антох. Нет? Ты же играл, да, в эту штуку? Кого? В банан-шутер? Не в банан-шутер, я забыл, как эта игра, где ты еще на роботе прыгаешь. На роботе? Титанфолл? Где-то там. Да, это вот Титанфолл, только без этих, без роботов. Хера себе. Так все, я жду. Я сейчас сразу закину. Так, я загружаю. Так, ты у нас... Привет Артему Павлову из Ногинска. В городе Ногинске живет один чувак, который мне чинит модули в Еврорек периодически, поэтому Ногинск... Да-да, не покупай, я тебе потом объясню, как можно... Блядь, у меня телефон упал.
Блин, я прослушал донат. Как мне сделать, чтобы я слышал? Ты можешь телефон открыть, да, значит, наверное, просто там повторять или смотреть. Че? Я сейчас... Я много. Я сейчас просто открою в браузере. Так, сейчас. Так. Привет всему Ростову-на-Дону. Эгей! Эгей! Так. А у тебя Жека есть в друзьях в Стиме? У меня, да. Все, тогда ты просто он добавишь. А где сообщение в этом? В Donation Alerts на сайте? А, в основные, последние сообщения там будет ссылочка, вкладочка. Махачкала, привет. Ребят из Махачкалы, у вас очень классно. Вы очень классный народ. Мне у вас очень сильно понравилось. Так, а почему... Меня спросили, почему 720p качество? А почему 720p? Это... Оно автоматически скидывается, у кого плохой интернет. А, да? Ага. Так, давайте вот так лучше сделаю. Микрофон подальше ставлю. Ух ты ж, блядь. А Женя меня слышит? Он отошел. Слышу. А, он тебя слышит, да. Жень, Пиклс пытается... Утащить подарок, который я тебе купил. Конечно, можно. Пиклс твой подарок облюбовал. Так что он будет тоже с более личным подарком уже, как у меня лежанка с пластами. Так, Антох, я жду тебя. Я пока... Как Жека записан в этом в Стиме? Так же выдра? Нет, как на Твиче. Пиклс. Сейчас я тебя тогда найду. Так, а где у меня... Подожди, у меня здесь какие-то были мякиши. Если что, основной голос, который слышно на стриме, это Свя. Да, сделай меня в стиме, пока... Фу, это в Дискорде тише. Ну, я говорю, я объяснял, почему так. Нет, я просто сейчас микрофон тише сделаю, и все, вот так вот. Сейчас поставлю микро тихо. Это беда будет, если с вебки. Привет, Иркутску. Привет, Иркутск. Так. Тебя нихуя не видно, микро подвинь. Я тут стараюсь подвинуть микро так, чтобы мне не писали каждую секунду, тебя слышно хуже, чем кого-нибудь и все такое. Жек, я тебе кинул приглас. Вот. В следующем стриме выйдет патч на звук. Вот. От CD Projekt. Сейчас пока что только так. Есть еще патч на свет. Ну, такой легенький. Но я... Спасибо, спасибо за донатик. Да, можно. Как ты подписан в этом стиме у Антохи? Так. Ну что, я скачал этот банана-шутер. Так, сейчас... Захожу. Так давай, Слав, сейчас еще раз пересоздам. Создать игру. Так, сейчас, секундочку, Антох, тут. Технические шоколадки. Технические шоколадки? Вот. Мне жена купила на стриме техническую шоколадку. В Амазон. Так, все. Просто никуда пока не жмите. Антох, хорошо. Зайди в эту игру. Я зашел. Саму. Я уже в ней. Я уже съел киндер. А, приятного. Сейчас. Так, пацаны, никуда пока не жмите. Бельмотик, да. Антох, у тебя определение, что ты играешь, выключенное. Блять, да кто нажал? Ты можешь сам просто подключиться к нам, типа через друзей, да, зайти в лобби. У меня... У тебя просто выключен. Что, игруха? Ну,
я тебе не могу пригласить, потому что у тебя приват включен. А, я понял. Приглашать не могу. Секунда. Так. У меня просто белый экран. А, фов, настрой. Настройки, зайди, фов, чуть покрути, как там все удобно поставь, и начнется все. Как же меня это с ума сводит количество квестов, летящих со всех сторон у меня. Так. То же самое сделал Рамиль, фов, зайди в настройки, фов. Кто там был? У меня никнейм в стиме Скипастас. Все, я в сети. Че, надо фов поменять? Да-да-да, в игру зайди и поменяй, сейчас. Меня кикнуло, сейчас. Еще раз создаю все. В какой вкладке фов? Так, создать. В настройках. Ну, я понял, а, вот вижу фов. И что, его надо больше сделать? Так, сейчас, я всех вас приглашаю заново. Просто... Alright. Поймай банан, я вижу. Пикочка, иди отсюда. Так все зашли. Нас пятеро? Да. А кто еще? Так, пацаны. И это, как воевать еще расскажи. Так, сейчас бойня. Вот, все включил. Сейчас поедет карта. Сейчас, пацаны, будет жесткое мясо. Так, фов, настройки все. Настройки. Фов. Сколько фов-то ставить надо было? 71 поставь. Бля, я 120 поставил. Пацаны. Да мне надо фов поменять, блядь. Да не убивайте Антоху пока. Так, у меня на спине-то не написано, что я Антоха. Все. Написано там. No kill, only death. Да, Гош. Так, каждый раз, когда я захожу в банана-шутер, у меня супер спокойная музыка начинается. А как мне... А, вот no как kill, менять оружие. Death. Нормальный видок у тебя. No kill, only death. Четко. Геймплей ебейший. Пиздец какой-то. Тут, короче, надо прыгать, летать везде, короче. Максимально много движения делать, чтобы да, не попали. Я понял, просто, ну, смысл от прыжка, когда ты оказываешься посередине квадратика, и в тебя 5 человек стреляют одновременно. По факту тут можно выиграть, если максимально крысино стоять. Есть такая тема, Гош, но сразу детектится из-за сам знаешь кого. Я не буду его имя называть на трансляции. Фу, блядь. Ебать, поднять. Просто выживить или выживить. Так. Ха-ха. I know you don't dead, или что он сказал? Я могу пожаловаться на игрока. Забанили в банана-шутере. А, в ТикТоке со мной такое делать? Ну, можно. Да ёпта, я никого не вижу. А где счет вообще, я не успеваю понять. Как эски. Если быть честным. Ну здесь вот беспонтовая херня, можно на респауне стоять просто и хулиганить постоянно. Тогда тебя ж мог поймать. Ну вот меня поймали, да. Стоило мне об этом сказать. Это... Ебать, там летают! Да тут этот, АВПшник опять этот. Так. Пацаны все по углам разбежались. Ваня, как вы так летаете жестко? Oh, you must be sad. Oh, you must be sad. Это напоминает, на самом деле, вот по геймплею, это Unreal Tournament 99-го года, что-то такое. Ну да, кстати, это вот из тех лет приколов. Если бы еще можно было респауниться сразу, как после смерти ты клацнул на LKM,
то тогда это был бы чистый Unreal вообще. Блять. Опа, меня кто-то хукнул. Все активные из чата вышли в игру. Но зато это же. Если таки нашел Антоху. Спустя до. Спасибо, спасибо, уже. Бра. Не, ну это мне больше нравится, конечно, чем Far Cry. Ты был в броне, нечестно. Ты же с МП-40 типа пошли. Кстати, да. Все, кто у тебя есть друзья, могут подсоединяться играть. Кто там хочет. Какая адская дрочильня просто. Да Тонтов, ты топ-1 в этой игре сейчас. Тебе топовый онлайн сейчас. Мы категорию не сменили. В смысле, мы единственные, кто в нее играет вообще? Да. С категорией Far Cry все еще. А, да? Блядь. Черт. Ну, я не могу поменять категорию, потому что... Промедление. Так там кабан хулиганить стал. Нельзя промедление выпускать. У меня нога отвалилась. Кто там засел у нас? Что за снайпер просто наверху засел? Че вы там заседаете? Давайте как пацаны только по траве бегать. Я себе взял имбовый ствол, это бананострел. Три раза ноускоп бьет. Так. На нахуй. Ну конечно, кто б сомневался. Просто посмотри на топ-1. Подожди, а как посмотреть счет или... На тап. А, сейчас вот... покаем. Уже все, да? Сейчас, пацаны, так, давайте идем. Знаете куда? На... Нет. Давай, Карлс. Да не, банан... Выглядит как полная хуйня. Короче, похуй, жмите бойню. Давай. Можно команда на команду, у нас ура, у нас уже не поровну. Бой. Сражайся с другими ради прекрасного банана. Опа, блядь, меня сразу со снайперки сражайся вынесли. Сражайся с другими ради прекрасного банана. Если быть честным, то блядь, тот, что он ничего заспавнили. Не сделал, но зато это сделал ты. О, ебать. Ты умер в моче. Тут бассейн мочи. Это великолепная игра. На, ноускопом дал. Ай, бля. Я так это был. Говорю, это чисто спинномозговая игра, здесь вообще да. Думать не надо. Чисто расслабляюсь. Челябинский, привет. Эгей. Ай, бля. Ай, бля. Рассказал, покажешь, соединить. Ай, блядь. Кабан меня там хулиганит сзади. Понятно. Здорово. Да, нахуй. Бро. Этот чувак должен... Я не умру, блядь, в туалете. Блядь, я не умру в носке, блядь! Извиняюсь. Emotional damage. No damage. Вот когда убиваются снайперки, это реально emotional damage. Я только появился, я даже не успел вообще подумать ничего. Я просто сразу начинаю прыгать и упрыгивать оттуда, появляюсь. Опа. Кого-то через стенку ноускопом снял. Ай-яй-яй. Так, ну понятно там, кто на первом месте опять. О, классно, я появился в смерти. Чё за звук мочи только что был? Если быть честным, кто-то сделал ничего плохого не сделал. Но зато это сделал ты. Я, опа, я там... предлагаю всем объединиться против Джеки. Хуеть. Не смог. Джеки просто там. Ты что-то пощупишь? Чего? Блять, не попадаю. Струбки кривые. А, чего? А, блять, натуре.
Мне сегодня приснилось, что меня Евгений Петросян вез в С-классе. Что это за летающая хрень? Это Слава. Он просто руки спустили. А, тут хилиться можно. Да, ты тут отходишь, ты хилишься. Как, ну это как Call of Duty почти. Да-да-да, только лучше. Фу, блядь, это пиздец. Какой-то жестяк происходит. Люди в чате перешок сидят. Антон, привет от собаки со Стима. Позволь вопрос, какова вероятность. Это Месилова происходит, непонятно. Half-Life, Dead Match, если куплю прививку и подговорю там всех. Мы планировали с тобой это с нового года, всем всех благ. Да можно будет попробовать, только, ну, нам надо будет собрать тусовочку, потому что в Half-Life Deathmatch, что мы друг против друга вдвоем будем воевать, что ли? Вот, надо, чтобы эту рогопильню скачали люди. Вот, мне сегодня, кстати, Свят скидывал геймплей у этого Half-Life Deathmatch, но там адская херня. В принципе, ты можешь бесплатно зайти вот в это сейчас, и там будет тот же самый Half-Life Deathmatch. Если быть честным, твой трек Power Slide, да? Ничего плохого не сделал, но зато это сделал. Я в Deathmatch пойду. Как ебучий фонарь выключить? На F вроде. Блять. Джека нашел свою имбу, просто дробовик. Ой, я небеса увидел сейчас. Ой, не, я Жеку уже не догоню. Ебать. Я вообще где-то на нулях там ползу. Ах ты гадкий снупер. Что ж попробовать, что ли? Да я сейчас АВП возьму, это все здесь просто минус. Типочки полетят просто тут. Не это считается. Я тебя убил. Не считается. Заново. Лагает. Не путлак, пацаны, это, блять. Это просто миллисекунда после появления. Пацаны, у нас есть одна общая проблема. Ее зовут Евгений Выдра. Давайте сосредоточимся на ее решении как-то. Блять, погнали команду на команду тогда. Давайте все против Жени. Да он нас так накажет. Нет, у него просто будет рекойл дольше. Свят? У нас? Свят, а ты параллельно тоже стримишь, что ли? Да. А, вот. Давайте что, командная бойня? Да, в этот, в имайл. В телегу? Сейчас. Второй вест идет дальше. Пацаны, нажмите карту. А, какую? Имейл. Ама имейл. Имейл. Командная бойня. Успокойся. Те, что с синим никнеймом. Так, я играю со Спанч Бобом, Кабаном и Славой. Я против вас выдра играю. Я уже взял в рот. Нормально. Если быть честным. А у нас получается наши, мои типы против твоих типов. Антох. Чат на чат сейчас идет. Месилова. Пацаны, давайте, нам надо смочь. Альянс. Вперед, кабаны! Кабаны вперед! Покажем, что здесь сила. Жека, ты здесь ради этого. Возьми мои гранаты. Трое против меня вышло, блядь. Карта уебище. А да. Да. Я не люблю лабиринты. Оп. Блядь. Отскипастили немного. Я просто иногда по своим стрелять умудряюсь. Блядь. Короче, надо по кругу бегать, просто... походу. Я просто никого нахуй найти не могу. Я бегал по кругу, сейчас четверых убил, они просто появлялись и это. Бля, это смешно, когда ты перезаряжаешься, что он крутит, просто жонглирует пушкой. Скипастас там сидит кемперит со снайперкой.
Единственный вариант здесь выжить. Блять. Жека меня. Жека меня вывел. Из моей позиции кемперских. Пиу-пиу-пау-пау. Пиу-пиу-пау-пау. Именно. Блять. Благодарю за дон. Да-да, сосем мы что-то. Пацаны, тимплея нету. Пацаны, тимплея нету. Да ёб, перезарядка. Чё у нас там? У меня мышка спотыкается все время о провод. Лагает. Не считается. Блять. Кабан, ты полгода в эту игру играй, давай. О, брат, от души, спасибо, что зашел. На, просто улетел, блин, в Кувейт на 2 недели. Блять. Меня припарковали. Тоха, Цап, будут ли концерты в Туле и как скоро? Если не скоро, то можешь передать привет. Цап, Тула, привет. Концерты, пока про это речи не идет. Пока что будет музончик. А с концертами мы там потом посмотрим. Вот. Пока, у нас, пока у нас будет музон и стримы. В абрикосе? Завтра, Гоша. Тот чел ничего плохого не сделал. Но зато это сделал ты. У меня концерты, у меня их никогда не будет. Не, на самом деле игра бомба, мне нравится. Я говорю, это угарная игра, просто жесть. Ты что-то больше? Если, когда толпа на толпу, это вообще творится здесь. Блядь, перезарядочка. Блядь, Джеки вообще похуй, он бронированный. Он... Я его обойму пускаю, он просто не чувствует. Я промилю, случайно стрелял. Так, приглос дать. Сейчас, давай. Кто мы с вот катаной, это... на... Мы вот это достреляем сейчас, и я скину приглос. Оп. Ты на, в кабинет. Он с катаной вышел. Ну, я ожидал от Джеки такой мув с катаной. Да я хуй знаю, где взять. Это надо зайти в настрой, в этот, в оружие. Эскейп оружие. Там катану можно поменять. Все, минута унижения осталась взаимного. Ёбаный, на нахуй. Чё творится? Суета жесткая, блядь. Уф. Жесть. Блядь, ёбки. Надо другую карту взять. Не, это угарная карта, мне капец нравится. Ну, понятное дело, что если мы будем играть подряд, то будет это, ступор мозговины. Надо менять. Бля, я только на Жеку попадаюсь. Мне кажется, вот я тупо килл у Жеки основной. 7 секунд. Я снайперку уберу. А, я уже все, не успею отреспауниться. Есть! Уф! Тот чел ничего плохого не сделал. Но зато это сделал. Игра называется Банана Шутер. Так, сейчас. Секунду. Тохи, да, 21-9. Так, также командный бой. Давайте. И за кулисы жмем. Банана Шутер, Банана Шутер, как называется, пацаны. 10 человек уже, ой-ой-ой. Блин, это офигенно, кстати. Мне нравится. Пацаны, не все проголосовали. Да, еще успеешь. Мы... Сейчас. Жека всадник апокалипсиса. Успокойся. Те, что с синим никнеймом, друзья. О, фух, я с Жекой в команде. Все норм. Я уже в рот взял, понял. Щет, наверное. Так, все, я вошел обратно. Эта карта очень жесткая. Мне по следам Жекиных киллов просто. Он прыгает, я бегу за ним все это время. Он довольно прыгуч. Блять.
Так, меня... Жека просто меня вживую видел. Слушай, он, эта он... карта получается без открытых пространств полностью. Вот да. Эти коридоры дурацкие. Да. Отстой. Да. Говорю, Жека меня вживую видел, он просто знает, он чует мой страх. Он по мне, он просто за мной, знаешь, как чужой идет. Ничего плохого не сделал, но зато это о, сделал ты. У него пейджер нож. Йоу, Слаптерс ДР. Слаптер, Слаптер, СД, Слаптер, блин. Четыре. Прыгай по стенам, манси, Антох. А я не знал, что по стенам. Ё-моё! По стенам можно бегать, а, как вот в этом. А, вот почему это как Титанфол, охренеть. Да. Можно по стенам бегать, прыгать. А, все, понял. Ну все, я сейчас вспоминаю. Титанфол, все, погнали, мы Титанфолы. Жестко за Титанфолим всех сейчас. На нахуй. Кипастас притаился с калашом. Два, шесть, пять, у Жеки 25 кило. Блять. Жека, ты знаешь, кто ты? Мясной магнит. Просто meat magnet. А как гранат кидать? Ну карта отстой вообще, я просто побегаю, подожду, пока Женя выиграет. Да он пиздец. Жека, блять, монстр. Он человек, он выдра реально. Он просто чувствует себя в таких местах, как дома. Он чисто на мой страх двигается. Я просто буду стоять. 145 секунд, 2 минуты, Антох, стоять. Да, я просто сейчас это... Давайте просто все постоим, как бы, ну, чтобы Жене не мешать, в принципе. Я буду до конца конкуренцию составлять. Я хоть и сосу, но буду сосать до конца. Слышишь, что Влада говорит, что Женя еще успевает и сообщения писать? Да, кстати, он еще сообщения пишет и чат модерирует. Жека, ты ногами пишешь? Я на руле играю, педалями. На руле? Да. У него бан на сцепление стоит. Если бы о, ну скипастаса убить-то это как бы. Пацаны, ну надо реально в танки идти играть, походу. Меня, а хоп есть, да? Меня сегодня в сообществе Bumblebee какой-то мудила обозвал скуфом. В принципе, меня уже... Как говорил Железный Человек, нас уже заклеймили, поэтому пофиг. Можно идти в танчики играть. Тупо, блядь, жесткое складовое месиво. Да, да, но тут я, в отличие от Жени, не умею ногами пользоваться так, поэтому... Где все? Мы прячемся от тебя. Где все, говорит? Бля, по углам все рассосались, в угол встали. Где все, блядь? Ой, я убил кого-то. Finally. Finally kill. Ой-ой-ой. Темнота. А, скипастас в темноте сидел. Можно будет кабан. Мне темную сделали, я ничего не понял даже. Я просто вижу, как моего кабана унижают. Дело пруф. Так. Бля, ладно. Вот. Знаешь? Жека 42 кила. А, подожди, Жека 42 кила. Че нет? Говорю, надо Блантера призывать. Блантер вот может составить конкуренцию Жеке. Да. Там Call of Duty с тысячными часами. С часами от Rolex. Да. На, хубло. Хубло. Меня прям в хубло сейчас прилетело. Опа. Наконец-то мы с тобой встретились. Блять, Мерджик. Я говорю, мы только с тобой встретились, меня Жека просто на клыка нашвырнул, блядь. Пацаны, ну мы... Пацаны, моя команда, вы что-то как-то проигрываем. Что-то вы, да, ребят. Пацаны, вы меня позорите, давайте лучше играть. Пацаны, надо Женю понерфить как-то. Так, давайте, знаете куда? Индор, индор, идем все индор. Команда бойня, индор. Она тоже закрытая, да? Кабан, мы сейчас точно не пойдем туда. Успокойся. Охуенное начало.
Какая? Legal? А, Little Company. Да, это, скорее всего, это про нее. Леталка, на дому ставить там много людей. Tickle Company. Это надо в Дискорде собирать всех, настраивать. Ай-яй-яй, настраивать всех против себя. Не карта, а пиздец какой-то. Да. Да. Тот за мной побежал. Если быть честным. Я просто в кучу стреляю, нет. Типа, я даже... Ну, зато это сделаю. О, нифига. Я выкинул, что ли? Ладно, я тебя добавлю тогда в следующий. Ты можешь просто сам подключаться под друзьям. Бля, я вижу ник Жекин чаще, чем... Жеки, ник-то последнее, что ты видишь перед смертью, как бы. Вот да, я только его и вижу в основном. Да. Это мой КД тупо. Я, бля, просто буду в страшных снах сниться, как выдра с калашом меня просто жестко изморалит. Ладно, мне пока прет Жек все время в моей команде. Чего? Дурак. Блять, нежность. Нежный кусь. Но зато это сделал. Ладно, я недалеко от Джеки, всего на 6 киллов, он пока впереди. Блять. Ну. Нас чуть 10 человек тут. Ну тут рогатилине вообще ничего не понятно. Ну пусть мне пишут в Steam. Ну или там. Ну, короче. Просто данный момент я не могу никого добавить, потому что здесь, ну, ебурят все со всех сторон. Хрен кого убьешь тут и все такое. Если бы честно, то тот чел ничего плохого не сделал. Но зато это сделал. Что там за прыгун такой? Блять. На. Если быть честным. Короче, дробаш лучше, мне больше нравится, чем это. Да как я так не убил, там ёбаный насрался. Это дробовичок, потому что был. Дамаг. Какое? Внизу неприятно появляться, хрен вылезешь хе-хе. Оттуда. Клёвое убийство. Хе-хе, клёвое убийство. Блять. Так, все, Жеку уже не догнать. Оно разошлось. О, пиздец. Кейпот, Жек получил ачивку Януб. Это что, типа, жесточайше унижать всех несколько каток дают? Что да. Так. Все, блядь. Все, я точно перехожу в супер... Супер тащерский режим, готов. Блядь, заново, не считается. Это за то, что ты всех в углу со спины убивав. Да не со спины, а убивав. Ага. Это единственное место, где я мог убивав. Блять. У кого-нибудь Жека отображается вообще? Я просто вижу, как люди падают. Блять. Не считается. Есть анимация у Жени? Не считается. Не считается. Ну, нормально. Извинись. Фу, блять. Говорю, после этой игры я в КС-ку захожу, и КС-ка как будто просто на месте стоит. Ну да. Там сейчас кто-то недобитый придет. Че за сел там? Ого, он подал голос, у него...
Меня спалили. Знаешь, почему Жека всю катку молчит? Потому что у него такой напряженный анус, что он лицом не может пошевелить, там все мышцы натягиваются. Тупо ноги на чате, руки на клавиатуре. Да. Давайте в этот, на траву. Да, потрогаем траву, сходим. Так, сейчас, подожди, стоп. Я приглашу товарища. Пригласить в игру. Я пытался. Я кинул Ройслав. Командные войны. Успокойся. Те, что в синем. Успокойся. Так. Все, проблема. Я в команде не с Жекой. Ты в команде со мной. Да. Я как бы Женю вижу. Он видит меня чуть-чуть раньше. В принципе, я думаю, мы наигрались. Блять. Да Женя пиздец, блядь. Ой, я убил его, по-моему. Киллер, блядь. Мэдмен. Блядь. Бать, он летает. Это чё вообще? У него нет анимации. Он просто, ну, этот. Я не знаю. Эндермен. Блядь. Ебать, банан гуляет. Нет, он не эндермен, он этот, как херабрин, вот. Он на наш страх появляется. Мы хотим поиграть в хоррор-сборку Майнкрафта потом. Да, это можно. Да ты чё, не помер, что ли? Ты что это такое? Ты чё, Курт Коннор с Яшперец? Кабан, устроишь нам на своем сервере хоррор-сборку? Женя, отстреливаешь хвост, у него два вырастает. Так, я нашел место, где я могу спастись от Джеки. В главном меню, блядь. Я тут от него спрятался. Женя, патронус. Нет! Я не умру в туалете. Ой, Женя сегодня такую шутку замочил. Женя сегодня нормальную тоже шутку замочил мне. Что там было? Я стоял, то есть голос ржала в перекрестке. Мне подошел охранник. Осуждаю. Не вас, но песня. Опа. Он реально у меня он блинкается по карте, пацаны, я не понимаю, в чем дело. Да, зайду. Че он пишет? Не забуду. Хорошо, зайду, напишу тебе. Че ты же? Жека еще переписывал. Долгоиграющие шутки от Жени. Да не, он сегодня днем пошутил. Лада просто умеет удовольствие растягивать. Она может шутки приорать потом, типа, знаешь, не есть целиком сразу. Она такая, ну потом доем. Растягивает. Он не умирает. Я тебе говорил, он не умирает, ему все равно. Не понимаю, в чем прек. Он, короче, не мрет. У меня пинг пизданулся сейчас. Да? У нас есть шанс, у нас есть шанс, пацаны, на победу. Нету. Не, нету. Ахахахаха. А не хахачи. Все ок. Кто дудосит, блядь? Все, задудосили. Жеку задудосили? Ебать, он перемещался сейчас. Это невозможно. Жека просто на сверхскорость вышел, просто уже не ловит. Да не, он просто через кадр ходит. Ну, те, кто видит мой экран, те как бы понимают, что это реал. Если быть честным, то тот чел ничего плохого не сделал. Но зато это сделал. Это жесть. Ладос, под твой смех умирать от Жеди каждую секунду еще более унизительно. Да осуждаю, блядь! Это не у тебя. Да ебать, что лагает. Он стоял секунду назад просто в соседнем городе, как? Короче, Жеку, если с четырех сторон стрелять, то в теории можно убить. Аккуратнее, Гош.
аккуратнее. Возможно. Он появляется это всегда за спиной. Это самая менее подходящая игра для совета аккуратнее. Блять, позицию занял. Я в гиперпозиции нахожусь. Я и живой, и не живой одновременно. Скибастас матч винер. Фух, блять. А чё, Жеку выкинуло, просто, что ли? Я просто Жеку да, походу. А. У нас команда просто победила. По очкам. У нас команда? Да. О, нифига, был еще, получается, был Варик все-таки выиграть Женю. Давайте, командный бой. Давай банан. Что, цена, какая-то хуета. Подожди, а где вот эта прикольная была, где квадрат... Вот это. Аймал, да. Аймал. Чё, может, ластовую и всё? Да, как давай, думаешь? Что-нибудь другое еще можно поугарахать. А что с тобой этот игрок? Командная бойня. Успокойся. Те, что с синим никак. Выдра какая... просто расслаблена, вы напрягаетесь. Ну так и есть. Я все не могу, вот. Идет битва. Если быть честным, бля, я опять против выдра. Тот, что он ничего плохого не сделал. Но я опять против Женка. Так, ладно, я в команде с Шекой. Вот пинг надо. Да ёпта. Да мне завтра на работу, да? Говорю, у меня это лаз будет, скорее всего, пойду спать. Ну, может, еще минут 20 посижу, скорее всего, блядь. С одной стороны двое, с другой стороны двое, я уже путаюсь, у меня глаза туда-сюда уходят. Добро пожаловать. Женя вообще ногами печатает сообщение, не жалуйся. Не, оперативная память занята. У меня 2 ядра, 2 гига всего лишь в голове. Бля, да я не попадаю, бля, вообще по Жеке. Он просто в комнате засел и все, ему похуй. Он просто мясорубку там устроил, я сбегаю оттуда нахуй, это невозможно. Да ёпта, это что за летающий голландец? Вечно молодой. Как ты это делаешь? Ого, граната, кто-то гранату шмальнул. Походу да, Дань, ты машина. Блять, не вовремя отвернулся как, ай-яй-яй. Так, я сейчас помолчу немного, я тут хочу сосредоточиться хоть на секунду. Блять, скипастас. Сосредоточиться ему там надо, блять. На Жеку эта хуйня не распространяется, ему похуй, сосредоточение или нет, блядь. Да, блядь. Вообще поебать на то, что сосредоточен я, блядь. Там просто съебаться надо. Меня Слава забрал. Меня Жека 5 раз подряд закурячил. Да ёпта. А ты неплох. Да блять, да. А ты прям вообще неплох, я смотрю. Батя где появился? Охуеть. Пацаны, я за телеком появился, охренеть. Зареспавнило. Тебе.
Да ёптить, Святослав! Какой же ты меткий парень, оказывается. Немножко. Ну, через 65 секунд смогу. С Пиклзом? Да ладно. И мне не видно, и закрывать. На, в кабинет. Фуф, ну тут я появился. Мир это банана-шутер, а СВ в нем против выдры, блять. Чё говоришь? Пишут, мир это банана-шутер, а СВ в нем против выдры. Да. Чисто... Жизнь это банана-шутер, а мы в нем СВ против выдры. Просто раком боком и прискоком. Надеюсь, бля, и после Far Cry привык, что можно дать очередь, и враг падает. Поэтому я иногда не достреливаю. Что у нас? Так, ну и у меня позорный счет, конечно. Все я разогрелись. Тоже. Любители шутеров. Все. Тоже хуя. Ну, победитель на самом деле ожидаем был. Это да. Ну, я хотя бы так в троечку вошел. В принципе, неплохо. Че он там? А, уже ушел? Все, выходим. Да. Прикол. Надо чуть мозги охладить. О, 22 уровень. А мне дали бокс. Спасибо за музыку и подкаст. Сведи, было приятно послушать. Слава хорош, на второе место вышел. Определиться с тяжелым для меня вопрос по поводу дорого человека на ем примере. Так все прикольно, выход, все. Кайф, приятно слышать. Фух. Банан себе выбил. Да, кстати, у тебя прикольный банан был. Банана. Так. Когда хочешь ругнуться на оппонента, но рядом мама. А ты хорош, ты действительно хорош. Но... А ты хорош, парень. Так, ну чё? Что, мы чуть шарики полопаем? Ну давай, давай, короче, зайдем в Блунс, чуть пообщаемся и это. Да, и все. Чисто до 80-го. Ну уж нет, сейчас мы еще чуть-чуть поиграем в шарики. Да, чуть поиграю, чуть поиграем и все. Я почитаю чат. Все, давайте я теперь буду смотреть на чат. Поэтому пишите. Будем общание делать. Так, банана шутер. Ну. Пацанам некоторым на работу завтра. Индо утро. Ой, я сейчас зайду со своего прокачанного аккаунта. Так что у меня все обезьянушки открыты будут. СВ густый контент. Да. Так резки нормальную контент. Игру, блядь. Это знаешь, нормальная игра, блядь. Алды моих стримов поймут, как бы, что это для них сейчас. Все, кто с нами не первый день, а второй. Поменяй категорию. Да, сейчас. А ты можешь поменять. Жек, ты можешь менять категорию сейчас. Надо. Полный доступ имеешь. Я забыл, что редактор. То, я тебе продиктую сейчас просто название. Хорошо. У меня комп троит. Я не могу зайти в этот никуда. Вот это бомбическая игруха. А? Да. Ты можешь мне скинуть в телегу, ай, Свят? Я ж... У меня это говно, жопа. Ком слагает. Давай, заходишь? Я быстро. У меня с телефона же я могу посмотреть телешку. А, да? Точно. Сейчас так сделаю. Что-то я трою. Сейчас, ну вы там пишите, вопрос задавайте. Все-таки. Сколько времени вам сейчас уделиться? Все скинул. Оки-доки. Мне кого брать, Квинси или ударника? Ну, ударник лучше. Да, это ТДшка. Давай лучше ударника тогда. А Леха с нами будет, нет? Леха спит уже. Он же будник. А, ну значит, нам пиздец.
Да нет, нам соло с тобой затащим. Нам надо же экономику, чтобы кто-то делал. Да у меня есть экономика. Это ТДшки, Tower Defense. Там-там-там-там-там-там-там-там. Погнали. Всё. Новый материал, короче. Да, у меня штыки даже не потянет. Я отдал один релиз в Деструну из-за майских праздников. Мы его передвигаем. Короче, музон будет 17 мая, но до этого, я думаю, мы успеем какие-то синглы сделать. Проблема вся в том, что музон надо скидывать заблаговременно, чтобы там, редакции заценили его всякие и все такое. Вот. И из-за того, что это выпадает на майские праздники, а на майских праздниках всегда хреновая статистика, пришлось передвинуть. Вот, поэтому я думаю, как бы до альбома я в основном буду вот здесь вот с вами встречаться и будем что-нибудь делать. Музычка, игры там и все такое. Вот. Потом, я думаю, еще будет релизик в июле. Вот. Ну и следующий, я уже думаю, где-то по осени. Все так. Синглы будут какие-то, но там очень сложно предугадать, когда они будут. Так что музыка будет, ждите, наслаждайтесь. Музыки много. Я дописал ее очень много. А я так не умею. Как? Unskill получается. А где Женя, кстати, чё молчит? Тут у меня в чате спрашивают. А ты можешь поставить эти донаты в Яндекс.Музыке? Чего? Да, могу, по идее. Ну, да. Я задам этот вопрос. Такой есть. Grounded. Что такое Grounded? Расскажите мне. Я что-то тоже первый раз слышал. Мне кажется, название такое слышал. Ну, я нас, Антоха, обеспечил примерно до уровня 30-40. А, ферму поставил? Ну не-не-не, этих суперов. Не, по грядущему альбому, спойлер, там, ну, он будет такой. Ничего какого-то там экспериментального не будет. То, что любят. Да, в целом, то, что я уже делал. Просто еще новый музон. А потом будет совместный альбом. А что за игра Grounded? Слав, напиши. А потом будет уже вот с вот этой всей темкой. Экспериментальные приколы всякие. Со звуком. Вот, я сейчас просто собираю это все еще. Вот здесь вот, вот из вот этих вот штучек я собираю себе инструмент. Они у меня все пока не закреплены. Я жду еще несколько деталей туда. И пистон Honda, да, кстати, и пистон Honda это как раз модуль вот сюда, на который у меня стоит сбор донатный. Вот. Да. Уровень мозгоёбства, сложности в покупке и редкости в продаже этого модуля максимальный. Бля, Антох, проебались. Бля, ёб. У меня есть бабки, все нормально. Там вопрос про путешествие был. Я то что-то задумался. Под камеру я взял Logitech Brio 4K. Вот. Мне нравится. Да, это вот. Как ты так назовешь? Женя сделал нам подгончик такой. Так. У Букера, короче, по поводу Букера, по поводу VSRap, они снимали пачкой огроменную кучу подкастов с большим количеством людей. Прям вообще конвейер. Ну и чтобы это все выставить там в сетку релизов некую, чтобы это все подготовить, надо время. Я как бы не наседаю, потому что я понимаю, что там, ну, у них работы вот так. Вот. Но я думаю, как раз, когда вот мы сейчас начнем релизиться, когда это будет движуха по новым релизам, тогда уже подкаст подтянется. Так.
Я что-то не пойму, почему они так быстро проскакивают. У меня там морозка и клей стоит. Да, не успел. Ну, мы это заранее, там, все это было готово. Поэтому вопрос как-то чё, опять, нет. Опять, что ли? Угу. Антон, важный вопрос в чате от Golden Butterfly. Да, чё там? Пукать любишь? Пукать? Да. Люблю, конечно. Кто пукать не любит? А пукать вдвойне приятнее, когда твои интересы разделяет твоя половинка вторая. Да. Когда, спасибо, Слав, видел. Когда она тоже попердеть не дура, у вас как бы такой тандем музыкальный. Чего именно? Бля. Я шикарно, ты как? Ну, короче, вам на заметку, пацаны, если вы хотите впечатлить девчонку, серьезно, без вот детской какой-то пикап хуйни, что я сделал? С камерой я пролетел, с наушниками тоже, на хоть на пирожки с энергетиками. Ну, пирожков с энергетиками я много съел, так что тут точно не пролетел. Короче, я сделал один жесткий ход конем, и поэтому как бы у Влады не было выбора, и она ответила мне взаимностью. Я показал ей трюк, называется дрессированная жопа. Знаешь эту историю, нет? Не рассказывал, но я... Короче... Да, мы еще не виделись вживую, даже так по интернету только общались. И я в один момент ей пишу, говорю, ты когда-нибудь видела дрессированную жопу? Она такая, нет, говорю, да хочешь покажу тебе? Ну давай. Я беру, включаю, короче, кружочек в Телеграме. Такой, голос! И отправляю ей. То есть как бы я дал команду своей жопе, чтобы она подала голос. Она подала сразу. Я скинул Влади, и она такая, блядь. Бомбоклад! Кляд! Блядь! Как говорится, relationships goals. Тихо, подожди. Блин, relationship goals, да, спасибо большое за дом. Да, и потом, когда мы съехались, я заставлял ее показать мне свою дрессированную жопу. Потому что, ну, мне надо было понять, как бы, с кем мы живем теперь. А, я еще однажды сказал, что я ее возьму в жены, если она мне прорыгает Бамблбизи. Блять, она прорыгала мое имя, фамилию, отчество Бамблбизи, она мне прорыгала весь алфавит, она прорыгала все вообще, что я мог придумать, и, ну... Там, ИНН, личные данные. Короче, девчонки, чтобы пацан взял в жены, прорыгиваешь ему, что он просит, и... А, пацаны, как бы, дрессированная жопа, и... Если бы такое случилось, там бы я тоже не раздумывал слушать. Ну да. Ноль сомнений было вообще. У меня до сих пор еще в те времена, когда в Телеграме было плохого качества, были голосовые сообщения. У меня еще с тех пор такие лоу-файные от рыжечки Владиславы, клипующие хорошие такие, они у меня сохранены. Сэмплинг чисто. Да. А еще, кстати, тоже как бы пикап этот. Пикап рецепт, я просто снял ей свою подмышку. Оу, щит, подмышки я искал. Ну это, короче, мем, это долго объяснять. Там чувак пугал таракана, и он кричал, оу, щит, кокроч. Вот, и я съел ей такую же тему со своей подмышкой волосатой. Стивен ТВ, смайлики будут в будущем. Да, настрой будет. Сейчас я удостоверюсь, пацаны, Свят, мы нормально тащим там? Да-да-да, вообще не волнуйся. Я просто сейчас буду рассказывать историю. Короче. Я тебе задонатил там мелочь. Ты мне? Да-да-да. А, бабки там. Я видел, да, спасибо. Сейчас я этого... Так думает Владислава. Короче. Влада озвучивала игру для VR, для меты. Она озвучивала отрыжки в игру VR. И мы приехали на студию, у нее был райдер.
бутылку газировки, что-то типа Байкала. Ну, такое, короче. Ну вот, беспонтовый вервес, короче, был. Мы 1:20 записывали, сводили отрыжечки. Хочу вам дискорд. Спасибо за дон. А что у нас в дискорде? Что у нас делать в дискорде? У нас здесь в дискорде только те, кто вот, непосредственно участвует в действиях. А если поиграть, можно же через Steam. Короче, мы пришли на студию, реально у нее был ТЗ, нужны короткие, длинные отрыжки, чавканье. То есть там в игре персонаж что-то ест, съедает, как в Майнкрафте, и после этого типа такой, да, отрыжечку делает. И все, я продюсировал отрыжки. Вот, хороший сведенный пак отрыжечек. Вот, и они сейчас в этой игрухе на VR вот, присутствуют. Кто найдет, тот будет настоящим красавчиком. Я сейчас всю библиотеку Кости перерою, блин. Библиотеку кого? В квесте. А, чтобы найти. Женя сейчас найдет, я прыгаю. Так, мне нужно 2000 рупий. Так, что у нас сейчас? У меня рост 180. Сейчас. Что у нас еще? Миллер Трипонда. Спасибо, приятно за CRF первую часть. Ох, что это Golden Butterfly это пишет. Спасибо, Рамиль. А чё ты говоришь? Да про PUBG, блин, это я сейчас все расскажу, потом мне чего будет рассказывать. У нас просто тут еще это. Ну а Discord, да, у него такой прикол. Нервный момент чуть-чуть. Не-не, не парься, Антох, играй. Разговаривай, читай, я тут держу все. Ну я же тоже хочу тебе помочь. Я вот сейчас, я замаксил снайпера, я сейчас лича сделал. А, ну на лича надо 20 тысяч еще. Что если я буду... сейчас просто хочу ферму сейчас выставить супер обезьяну. Или мне тебе может быть деньги скинуть, нет? Чтобы не-не-не, нормально, 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 у меня все хватает. Я рассчитал все. Спасибо большое, что посидел с нами. Все. Можно не париться дальше. Так. Направленная магия. Ладно, поставим. Ладно, пока сейчас читать не буду, у меня телефон сел. А ты будешь храмы ставить, нет? Daylight? У меня этот... Храмы? Ну, из этих... Не-не-не, храмы не буду ставить. Они слишком близко стоят. Ой-ой-ой, это что за прорыв такой был? У меня этот... Как его... Где с паркуром зомби убивать, вот эта тема есть. Я в нее люблю играть. А Daylight он называется? Ну, вроде да. Да? А, да, оно у меня есть. Я в нее иногда играю. Первая или вторая? Первая. Вторая у меня... Да, я вспомнил твой комп. Да. У меня сейчас только что в просад от FPS шариков был. Слушай, можно будет? Я как с Питера приеду, в принципе, можно с тобой поиграть. У меня тоже легенда там уже давно стоит. Я просто сейчас, пока как с Питера приеду, тогда смогу что-то такое отыграть с кем-то. Да, ты еще не поставил какую-то супер-ферму свою? Это у Лёхи они, я коплю на них. Сколько тебе не хватает? Да вот уже, сейчас наберу. Я бы тебе, может, прислал катер. Просто ЛВ. Не-не-не, копи. Лучше сейчас что-нибудь пиздатое поставь. Так у меня не хватает. А. Чё, фриплей? Да, чуть-чуть по фриплеям, чуть минут 15. Ой, я главный следующий. Да будем уже оффлайн. У меня чешется ушко от этих наушников. Мы до 90 уровня с тобой, фу, до 100 плюс, мы с тобой точно уже закрыты. Я просто хочу станы прокачать максимально. Сейчас я вот ферму куплю одну топовую и начнем. Все. Тебе сколько надо? На клеймерчик 50. Сейчас, 2 минуты.
Наш слоняра. Здорово, админ. Здорово, админ. Стрим по Циви. Стрим по Циви, это очень, я думаю, нудно будет. Что одобрить, админ? Есть у меня ощущение такое, что люди начнут засыпать. Во, благодаря, сейчас 600 рублей накапает. Все, накапало. Все, у нас супер появилось. Он снайпер или ты в нее на Xbox играл? Победа через религию я отношусь относительно, меня это бесит. Я всегда ставлю единственную победу, это военную. Жиза. Потому что... Антон, это... тогда пойку надо. Ну, блин, нет, пойку... Это единственная очень победа. Высокий порог вхождения. Я, ну, кстати, да. Очень тяжко. А в нее надо реально часов 200 накатать, чтобы, знаешь, уже реально получать удовольствие сидеть. Сила как бы тебе помогает еще сама себя понять. А койка нет, это, блядь... Ты либо ее понимаешь, либо не понимаешь. Нет, брат, Far Cry тянет. Просто, как выяснилось, нельзя втроем играть в сюжетку, только в аркады, а в аркады не очень весело было втроем. Если ты только сейчас подключился. Вот. Мы уже поиграли, считаю, в Far Cry. Вот это было бомба. Это веселая была херня. А чё, кстати, Свят, пацан нам делает криповый Майнкрафт? Да-да-да, я уже ему сказал. Он сейчас, скорее всего, он этим пошел заниматься. Кабан, ты тут? Да, мы с тобой еще в личке это обсудим, Рамиль, тогда. Не парься. В любом случае. Я не веселый комментатор. Так, давай ты стримить будешь, комментировать перед 16. Так, подожди, а ты чё сейчас за керамика прорвалась такая? Да, нормально, но твой хавай. Это муап просто лопнул? Да, муап лопнул. А есть бабло? Да. Благодарю. Я еще докоплю, я это супер морозку сделаю. Так, а чё вот эти черные мабы их вообще не... А, вот они. Да, они хавают. Станились только что. Твой фуловый стан их тянет вообще к ним. Я сейчас лича сделаю. Полторы тысячи. Банана долларов. Оп. Нормально их прилепило, смотри, видишь? Да, они не проходят. Вообще кайф. Так, у меня осталось сейчас морозку. Прокачать морозку, и надо уже дамага больше. Ой, World of Warcraft это сейчас будет гемор. Ну, потому да. Что... Лицензию просто так не купить, альтернативная лицензия, мы уже пытались с Антохой поиграть, это... мы просто заебались. А почему? Вы через хамачи или через что мы играли? Мы через альтернативный хаб, так сказать, играли. Просто нельзя это называть это слово. А, я понял. Мы тогда зашли, у нас просто у всех вместе не игралось. Понял. И мы тогда что-то подзабили. Тикал? Это наглый просто. Так. Да, вроде приятно. Она курировала и все это согласовывала с вещами. Я тебе потом объясню, Рамиль, просто здесь эти слова тут прикалывают.
Так, ну что у нас там? Чат. Мало это. Мало половины. Мало активности, давайте, разгоняйтесь. Я сижу, вот прям держу телефон, чтобы... Здесь, вот мы в эту игру зашли ради вас. Да, то есть это на фоне, чтобы мы могли с вами беседовать. Way out. Блядь, жопа, way out, жопа, что-то жопа, знакомое жопа. Way out. Way out про побег из тюрьмы. Давай их прикол. Так, у нас так, тут. Ну я грозу мобов поставил. Но он лопнет все равно. Видишь, он какой заклеенный, да, в любом кстати, случае. Медленно едет как. Твои личи помогают. А, да? А, нифига, я не видел даже, что у меня личи, у меня же убранный эффект. Ну все, этих мы уже приняли. Уф. О, мне мгновенную обезьяну дали. Мне тоже. Че, почему расстроился? Давай, кабан, там по поводу сервера Майнкрафт сможешь нам оформить этот, ту страшилки, то что мы с тобой общались. Я видел дофига какая-то хрень с красными глазами, которая орёт с длинными лапами в Майнкрафте. Вот, вот одна из них там вроде была. А Женя что, ушел что ли? Женя тут. Тут я. А чё молчишь, тут я? А что говорит? Ничего, общайся. Раз. Тут. Евгений. Там в чате в телеге хотел, чтобы ты Half-Life Алекс прошел. У меня нет VR. Или она уже есть на Windows? Давно уже вроде. Да? Да можно. Я сейчас сотку коплю. Тебе сколько надо, Антох? 12 тысяч. Мое почтение. Поставь какую максимально какую возможно, то есть самую стабильную. Там мы уже про сами все скачаем. Так. Я думаю, кого мне поставить. Короче, я буду станы еще продолжать ставить. Пипец, у меня друид валит. Знаешь, сколько он уже нахлопал? Сколько? 1.5 ляма. А, я вижу, да. Жестко. Блин, я думаю, куда поставить. Так, хорошо, кабан. Следующий. Так, значит, ты вот этого желтого пацана будешь из него храм делать, нет? Не-не-не-не-не, а, я его просто поставил. Тогда я морозилку поставил. Я хочу сейчас 100 тысяч на последний этот завод накопить. Так, ну все, я жду 30-ку делать, вот супер любимую обезьяну. Fortnite мне не играют. Фух. Где ты взяла эту штуку? А чё, Ладка купила тот шарик? Нет. Она взяла за 59 рублей на кассе в Перекрёстке вот такую штуку. Обожаю. Да. Она такая личинистая. Давай, хорошо. Спасибо. Пикачка, ты личинку хочешь? Он подошел, стоит, смотрит. Тебе хватает сейчас на заморозку? Да. Я тебе скинул. Спасибо. Блин, кубик... А, подожди. А, я фингер убрал. У меня есть фингерборчик был еще. Да мне попадет в башку.
Давай, ладно, кидай. Кидай, пофиг, не попадешь. Влада вот такие узоры собирает на кубике за супер какую-то скорость. Она бункер дыр дыр бундер киндер. Мега кубик Рубик. Ты кубик Рубик какой. Ты маленький пёс. Что такое? Ты поорать хочешь, да? Поругаться. Хочется поорать, да? Только внимания не обращает, поорать хочется. Где мама? Я к тебе отправил его. Что сказала? Пикал? Да, можно. Сейчас пикал показательное выступление стоит. Пиклзу нельзя говорить пока-пока. О, какая-то проснулась. Ну, вроде нормально идём. Макс Крутов, с днём рождения. Дай бог здоровья. 18 с чем-то лет. Не могу, к сожалению, сальтуху со стволом дерева сделать. Рождение, Макс, случайно. Вот так должно быть. Пикачка. Все, давай, все, ладно, пока. На пейджер наберешь. Пока. Ладно, Пикл, все, мы со скали уходим. Оно пришло. Оно напало на подпинку. Сейчас скали принесу поздороваться. Вытянем или нет. Оба. Вот она. Собака. Собака. Хорошо, кабан, посмотрю потом. Бля, ебать, мне дротиком его просто насаживает. Просто уже два ляма шаров натыкал. У нас проблемы или нет? Вообще никаких, я говорю, у вас двич, мой дротиком. Чекай стату его. Сейчас. У кого статут смотреть? У друида и дротиком в конце. Ой-ой-ой. Может тоже дротикомет поставить, рядышком? Давай. Тебе дать на замаксить его? Ого, благодарю. Так. Просто макси его. Я уже... Мам, Макса все поздравили. Здорово, здорово. Где он? Ты чё скрябаешь? Дурачок. Не надо чемодан драть. У меня две собачки. Тудокс. Что? Что ты хочешь? Кто? Кто? Так, лови. Ещё один. Пока. Всё, я тебя там выкинул на Макси. А у меня, прикинь, не прокачан еще, у меня экспириент. А, не прокачан. Смертельный луч, оказывается. Смотрю, сколько мне хватало. Да хера мне не хватало. А, ой-ой-ой-ой. У нас проблема?
Не-не-не, вообще никаких. Это очень стрёмно выглядело. Мы контролим. Я, пожалуй, еще это, десантников поставлю. Обезьяна-снайпер. Вот так вот. Все, три вида снайперов. Да. Закрывай все потребности. Да. Ну смотрите, черные меньше стали доходить. Давай, Слава, спокойной ночи. Как я. Что за бомболетатель бесхозный стоит, ребят? Это ты в панике поставил? Да, когда вот этот мега гигамуа летел. А есть 12 тысяч? Ровно 12. Держи. Благодарю. Я поставил большой песос. Я думаю, с сервером мы разберемся там. Я в своем канале выкладываю, во-первых, я постоянно подснимаю, что мы сводим, а-ля, типа, сниппеты, вот это все. Я выкладываю, делаю заметки всякие с информацией, там, по синтам, по всякой штуке. Но я пока немного сделал, потому что мы еще в процессе фильтрования аудитории на нашем чате. Вот, и, ну, вот настройки вот этой стримовой темы всей, потому что канал... Только послезавтра будет как месяц существует, и это сначала надо было оценить, кто что умеет, кому что нужно рассказать. Вот, в принципе, самая активная соцсеть, которую я веду, это вот Privat. Там все есть. Это Сеня спит. А, вот еще. Да, нет, я не про это хотел сказать. Короче, я то, что буду на стримах писать музон какой-то, стемы, лупы, я это все буду кидать в приват. То есть мы посидели на стриме, поугарали, файл стрима летят в приват, чтобы можно ковырять. Что такое на экране происходит? Там реально сидит на руки сзади чел. Вот, и еще я периодически делаю просто созвоны, без вебки, без ничего. Я просто с мобилы набираю тем, кто есть в приват, и мы просто базарим на отвлеченные темы. Просто что кайф обсуждаем. Вот. На экране происходит война обезьянок с шариками. О, это мой единственный фанат зашел. Часто вообще питаешься? Что больше всего нравится? Куха? Все нравится. Да. Рыбу не люблю. Пацаны, ну, тыква это вообще не тема. Тыква осуждается. Тыква запретный фрукт. Я не на ПП, но я сейчас пытаюсь, чем полгода до этого. В прошлом году сидел на ПП, потом мне надоело, я начал жрать говно, запивать его говном. Вот, сейчас снова пытаюсь поадекватнее. Да, это Far Cry 5, аркадный режим. Тут вид сверху. Тох, как тебе? Смотри, кого поставил. Где? Наш любимый Кен. Какой? Я не вижу где. Ну вон, рядом с лазером. Обезьянья деревья? А, мортира. Да. Она слилась просто с лазером. Ух ты. Кок полетел. Творится жесть. Что-то он дубовый какой-то, блин. Ну,
давай. Ёб, второй еще. На это фэт как. Пиздец. А, все, успели поймать, прикинь. Но вот этот уже не успеем поймать. Не успеем. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Есть. Напряжно было. Немножко, да. В определенный момент. Неспокойненько стало. Надо морозильню еще на третью прокачку сделать. Так, этот у меня качанный на первое. Этот на третье, а потом на второе. Есть 15 тысяч? Да. Кидай. Благодарю. Так, что будем делать? Давай вот так. Все, три морозные обезьяны. Да, лагает жесть. Сейчас про концерты, короче, нет смысла спрашивать. Когда по ним будет информация, я сам быстрее всех скажу об этом. Вот, пока какая есть информация про стримы по музу. Да, и про то, как познакомиться с девушкой. Про то, как произвести на нее неизгладимое впечатление. Сейчас сколько денег? Sweat. Тебе сколько надо? Мне много надо. А я сейчас все буду отсылать. Как раз, чтобы вот эти дудульки не долетали никуда. Мне надо еще 40 косарей на разгром шаров. Все, что есть, сейчас донечу. Что-то как-то хреново морозит этот. Я ожидал большего. Морозное белье. Да не, она в конце и хавает. Думаю, надо еще волшебника. Я Антон могу еще волшебника. Могу сделать бесплатно обезьян. Ну что, 140-й, без блантера вообще идем. А, да, нифига себе. Это мне не платит. Так, я еще думаю... На самом деле, друид очень решает. Да? Очень решает друид, очень решает ратикомет вот этот. Они прям весь контент делают. Да, здесь лямов капец у ратикомет. Смешные истории жизни. Да блин. Да это не так смешно. Это смешно, так уж и будет. Не. Я на самом деле недавно словил эту историю сам в этом Иват. Про пиклза? Про толчок. А, про толчок? Ле. И про прочистку толчка под саундтрек из Рокки Бальбоа. Ну да, но я это потом как-то расскажу. Деньги есть? Сейчас. Ферма уже не работает. Почему? Да, большие муабы идут. Наш по кликам работает. Надо уже просто максить их в сотку. Well. Что по времени? А, 14-2. Уже да, скоро уже спадки надо. Я зеваю, что сижу. Это тоже уже на таком. Почему? Да нет, я зеваю все время. Периодически.
Так, мы сейчас проебывать начинаем, нет? Не, а вообще нет. Нормально. Даже не подходит. Давай обратно включу кондей. Да там ничего не прилетит. Нормально. Ящики? Лови. О. Почти, еще 10 тысяч осталось, и будет большая дуду. Копим. Я сам чел слегка стеснительный, при своей девушке не пукаю. Моему удивлению не было предела, когда моя девушка мне сказала, что она расстроена, что я не пержу при ней. Значит, она та самая. She's the one. Цени ее, брат. Да. Даже здоровье. Если вы не в перестрелку не играете, то это вообще не отношение. Это так. Баловство. Пшик воздушный. Так, 300 рублей. 200. 100. О, все. Биг дудулька. На ней кулак нарисован еще. Блять. А. Ой, нет, ты чё, да ну нафиг. Я после этого стримить точно ничего не буду. Чё там? Да это просто... Ну, можешь посоветовать фильм тех, кого-то не будет. Понял. Чтобы испортить просто вечер и отнять несколько часов жизни и оставить его с ощущением, что ему в голову напердели. Блядь. Уху так подставили, попочку так... Полтора часа просто. Блядь. Страшно. Это однажды мы думали, что смотреть. Я предложил Гемини с Уиллом Смитом. Это пиздец. Это ужасно. Это как минимум у Уилла Смита, наверное, один из худших фильмов, которых он в своей жизни снимался. И один из худших фильмов, которые я видел. Вот он предложил, блядь, Пароль Хаос. Это было еще хуже. Это как 10 Гемини с Уиллом Смитом. А еще я не помню. Я сам смотрел, по-моему, с Киану Ривзом. Фильм про робота, что-то там про какого-то киборга, ребенка там оживляет, короче, это тоже такая шляпа была, вот, поэтому я был забанен и некоторое время не имел права выбирать фильмы после того, как просто, ну, голову шикарного были, выбора того, мощнейшие несколько вечеров были прям, муа. А, я один раз мы собирались смотреть фильм. Выключили свет, у нас тогда телек на полу стоял, и были мешки вот эти вот. Знаешь, сиденья, мешки, короче. Jesus. И, короче, Ладос шла на кухню за снеком, а я выключил свет. Вот так вот поставил телефон, включил вспышку, и так с таким лицом сидел в темноте. Пизда, она взвизгнула, как поросюшка просто. А ты недавно что-то меня пранкануло, как-то я напугался, пиздец. Какой-то злой пранк сделал. Пранк какашка. А, у нее знаешь, какой прикол есть? У меня как бы резкие выпрыгивания, там вся эта херня, она меня не сильно пугает, но меня все время пугает, когда мне неожиданно по жопе шлепают. Бля. Вот, короче, она мне бьет по заднице, и типа я от страха ору. То есть это как бы не больно, но почему-то когда... Неждан чистый. Да, неждан прилетает именно по жопе, я прям вообще подлетаю. Ну, главное, чтоб не ключ открывал, как говорите, замочную скважину. Вот это самое страшное. Ключ на 18. Да, чисто так. Страшно, пиздец. Так. Че, достаток... Вот это давай. Волну и все. Да, я решил все способности протыкать.
как раз давай. Смотри, 150 уберем. Да. И мы выиграли сегодня, считаю. Просто в эту игру можно играть бесконечно. Да, бесконечно. На нее очень сложно проиграть. Вот. Это единственная игра, которая, мне кажется, не дает этому проекту еще больше разрастись с точки зрения разработки. Потому что, геймплей прикольный, но когда все обезьянки прокачаны, тебе очень легко становится играть на самом сложном. Ну, это мы с тобой просто на первых локациях сидим. Это Лёха говорит, если мы сейчас пойдем на третий уровень, то мы там просто дико... Мы проебали. Да. Да пиздел, вот. Да, это легкая игра, блядь. Все охуенно. Это я. Слушай, неплохо. Статистика хорошая. Нормал. Норме. Смотре, смотре. Так, все. Ну что тогда? Прощаемся? Да, сейчас, секунду, я коллекционные яйца какие-то тут собираю. Сейчас мгновенно их обезьян получаю. Я выключил, да. Потому что я выхожу из игры. Так, ну что, дамы и господа, прикольно посидели. Выявлены были еще косяки со звуком. До следующего раза мы их поправим. По поводу того, что мы стримили так поздно, это все равно у нас пока пристрелочные стримы. И просто не все могут раньше появиться дома и зайти в Twitch вот из нашей суперкоманды. А я один точно не справлюсь, чтобы и за чатом смотреть, и что-нибудь веселенькое делать. Пока мне одному сложновато, поэтому вот ребята мне помогают. Вот. Спасибо за адекватность. За банановый шутер. Never forget. За приятную компанию. Да, прикольно посидели. Вот. Подписывайтесь на приватку. Пишите идеи. Потому что, здесь посвободнее, нежели в музыке. Я здесь могу много чего делать. Там уже просто что вам прикольнее будет. В принципе, я люблю иногда нормально так на много часов залипнуть, поиграть в что-нибудь. Вот. Единственное, надо понять, что не скучно смотреть, пока общаешься в чатике. Еще от меня хочу добавить про то, что спрашивают, почему канал платный. Канал платный по причине того, что это фильтр. Ты могла мне просто сказать про этот вопрос, я сам рассказал бы. Просто там много почему. Во-первых, у нас в канале мы стараемся держать там адекватность, потому что те люди, которые были у меня в бесплатном телеграм-канале, помнят, возможно, были свидетелями, когда я запускал там чат. Там пиздец происходил полнейший, все скатывалось в какую-то адскую херню, так что у меня горел зад, не только у тех, кто был в этом чате, и желания общаться ни у меня, ни у многих людей не было, потому что есть несколько придурков достаточно в чате, которые просто всю атмосферу, всю ламповость, всю заинтересованность разбивают. И так как я там, я не скажу, что это образовательный контент, но я рассказываю много всяких интересных и многим полезных вещей по музыке, помимо в целом того, что там и больше инсайтов касательно того, как я пишу музон, и в целом мы там много о чем разговариваем. Короче, чтобы мы могли все нормально там сидеть спокойно, у нас там было такое маленькое адекватное общество. Платная подписка — это первый фильтр. Второй, у нас там достаточно строгие правила. Вот, то есть... Да, было пару человек, с которыми было тяжело, но мы стараемся там найти подход, чтобы всем было комфортно. Были люди, которым было некомфортно, они выходили из чата, мы их возвращали назад, короче. Мы ко всем оказываем внимание. Вот, там мы уделяем внимание тем, кто там есть. Еще вы можете спросить у меня вопросы по психиатрии, психологии. Да, Влада там отвечает на медицинские, на психиатрические темы. У нас там есть взрослые и умные люди, с которыми можно о всяких интересных вещах поговорить. Помимо того, что там будут все материалы со стримов, помимо того, что там есть мои киты какие-то. Но пока там один кит с пульсара, он такой приветственный.
Дальше, когда мне приедет все остальное барахло, я наделаю еще разных китов со звуками, которые вы можете спокойно использовать в своих песнях, в своих там проектах и так далее. Вот, в целом, короче, канал вокруг моего творчества, вокруг моих интересов, но так как они много, многим интересно, может быть, то, что и мне, как бы всех ждем, всем рады. Вот, давайте до следующей встречи тогда. Вот это плохой повод, это привлечет не ту аудиторию, короче. Они там все будут жопы дрессированные скидывать потом. Нам это нафиг надо. Комьюнити такое девчачье, у нас у всех мэтч случился. И, короче, мы захватываем чат, нам нужны все, бойцы. Все, короче, приватка, ссылка в описании этого стрима есть. Там пока не очень красивая картинка, это тоже скоро изменится. Я не успел просто сегодня новые баннеры влепить. Все, давайте, спокойной ночи. Спасибо. Всем был рад. Все, давайте, пока. Увидимся. Пока-пока.